Сьогодні у програмі ревізор у залізному порту. Здравствуй, море! Я знаю, що багато закладів закрили взагалі. Это вам, от мене, подарок. Ви знали, що команда в місті? Ну, то ж знали. А як готувалися? Думаю, прийдете, поганяєте на мух, покажете, що у нас пол не мити. Писаються? Сумніваюся. Какаються? Ну, у нас велика кухня, є що подивитись. Ой-ой-ой, як хорошо горить. Сейчас взорвется! Ревізор краси на пляжі. А ви откуда приїхали? Конго. Конго? Je t'aime. Bonjour, мадам. Comment ça va? Да, дезінфекти є. Покажіть. Все вдома. 1, 2, 3, 4, 5. Та не пропустіть. Спецревізія. Это целебный горячий гейзер. Еще 40 градусов и будет кипяток. Грязь ищете, мы грязью лечимся. Выходить! Все выходить! Впереди самое сложное испытание. Ревизор на море. Это поселок Железный порт. Мы идем проверять ресторан «Баста Паста». Туристы говорят, что это одно из самых модных и приличных мест. «Баста Паста» – ресторан итальянской и японской кухни на березе моря. Практически единственное приличное заведение в Железном порту. Очень приятный персонал, вкусная еда. И вообще, тут ты чувствуешь себя человеком. Приятный интерьер, цены достаточно высокие для Железного порта. Обслуживание не очень, еда вкусная. 500 гривен на двоих еле уложились. Но это единственное заведение Железного порта, в котором деньги платить приятно за все. Идем проверим вместе. Здравствуйте. Кухня у вас там? Добрый день. Где кухня? Ребята, вот по железной лестничке подниметесь, и будет вам кухня. И счастье вам. Сподеваемся. Здравствуйте, ребят. Я Николай Тищенко, это программа «Ревизор». Мы к вам с проверкой. Добрый день. Шеф-повар есть? Шеф-повар нет. А кто есть из старших? Есть. О, Денис. Вы мне как раз и нужны. Будете за шефа віддуватись. Первое впечатление, кухня большая и процессы устроены довольно-таки профессионально. В центре стоит рабочая зона, мармиты, есть газовая плита. Удобно работать на этой кухне? Да, горячий, холодный центр. Все за кухонным фэншуем. Ладно, рассказывайте, как часто вы убираете кухню? Каждый день. Каждый день? Не, ну в течение рабочего дня убираешь. Раз в неделю у нас генеральная уборка. По каким дням? В понедельник у нас был переучет, и был генеральная уборка. А это пыль случайно здесь? Ну, что я могу сказать? Все решетки помыли, до этих не дошли. Не дошли до этих решеток? На самом видном месте? Ай-яй-яй, смотрите, как грязно. И вся эта грязь попадет к вам вот сюда вот. Плиту мыли? Да. Вот попробуйте сами, проверьте. Ну что, покажите. Это как, плохо? Плохо. Маєте рацію. Скажите, а «Баста Паста» в Залізному порті працює лише влітку? Так, тільки літом. Коли відкрилися цього року? 23 мая. Ну, пошли далі. Что у нас на газових комфорках? Мусора много? Ну, не сказать, що много. Ой. Сажа, копать остатки пищи. Сміттячко на всі смаки. Что вы готовите на вашей фритюрнице? Тут у нас жарится в темпуре, ну там рыба, а вот здесь фри. В целом, в меню много рыбы? Нет, тут две позиции, барабули есть и цаца. Почему столько жира? Вы хоть раз протирали саму фритюрницу? Жир катается просто пальцем. Вам не жалко своих гостей? Жалко. Чому ж не миєте? А коли міняли цю олі? Вчора міняли. Що взорветься? Взорветься! Газ не підключить. Хто це такий впевнений до нас? Здравствуйте, я Руслан. А ми бачимо. Повар цього заведення, тільки приїхав. Ви саме вчасно. Зараз все поміняється, два рази в день міняється фритюр. Давай перевіримо олію там, де рибку готують. Показатели ростуть. Как вы думаете, какой цвет показал анализатор качества масла? Зеленый. Як самовпевнено. Правильно! Зеленый цвет. Масло хорошее, на нем готовить можно.
Сам фритюр треба привести до ладу. Новое много оборудования. Я не знаю, нужно ли менять этот фритюр. Не уверен. Вымыть надо хорошо. Но его надо вымыть. Да, да. И отодвинуть подальше от плиты, чтобы масло не попало случайно на газовую конфорку. Иначе будет что? Пожар. В яблочко. Ребята, очень жарко. Как вы здесь работаете? Без кондиционера. Жарко? Жарко. Ну, если кондиционер поставить, то люди будут болеть, возникает. А так люди будут потеть и пот будет капать прямо в еду. Ну, это просто неможливо. Тут наче о півдні на пляже. Идемте дальше. Что у вас с париком? Протирали его давно? 3 дня назад. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Вот это за 3 дня такая грязь, да, скопилась? Жир с мясом брызгает. Если внутри он будет грязный, то вся эта нечисть будет попадать в блюдо. Давайте еще посмотрим, что сверху. Вы спортом занимаетесь? Не говори. Ну, спорт любите? Люблю. Тогда, если будет грязный, вы отжимаетесь. Если чистый, я. Договорились? Да, да. Выклик принято. Грязь. Отжимайтесь. Договор по-мужски. Ну, давайте. С Богом. Как устанете, заканчивайте. Але шеф не поспішає зупинятися. 15. Красавчик. Красавчик. Вот так должен вести себя любой... Стоп, не снимайте. Любой шеф, потому что он берет ответственность на себя. За все проколы. Пол чистый. Немного пыли есть, но пол чистый. И сподіваємось, на сьогодні с фізичними вправами покінчено. Это холодильник для минеральной воды. В нем хранятся сладкие газированные напитки. Ну, по идее, должны храниться, правильно? Да. А вы что храните? Нас. Приплывли. Я вижу контейнер. На нем есть вот такой вот стикер. Курица-шашлык. 12.06. Шашлык уже замаринован, без крышки. Пищевая пленка повреждена. Я бачу, что вы дивились туди, и у вас тут есть целый склад крышек для контейнеров. Чему вы их не используете? Чуть не проконтролировал, это все исправим. Это что? Свинина. Даты нет, крышки нет. Смотрите, сколько соков из нее уже вытекло. Из этой свинины. Понюхайте, подумайте. Пропало? Согласны? Можешь мне, будь ласка, открыть их хоть одну свинину цю? 16 градусов. Да, у него має бути набагато нижча температура. Плюс 6 – це його максимум. А тепер місце йому на смітнику. О! Є стікер. Шашлик свиной. 07.06.18. Ну, это крышка не отсюда. А внутри? Лосось. Вы говорите лосось. Да. Фу, понюхайте, как он пахнет. А? Завонялся? Слухайте, а сколько он тут лежит? Со вчерашнего дня. Та ну, почему он лежит в холодильнику разом с сырым мясом, яке не накрыто? Это братская могила, а не холодильник. Руслан, скажите, пожалуйста, а для чего цей лосось? На какие стравы? На крем-суп. А это рыба для чего? Это рыба персонала. Фу, копченая тарань. Это персоналская рыба, которой у нас нет в меню. А что она делает здесь? Я знал вопрос. По-перше, персонал наражается. О, да. Класс, потому что она готова, а поруч сирі продукты. Да. И это тоже порушення. Стыдно. Мне стыдно, что я это вижу. И это уже никакими вправами не спокутуешь. С этим холодильником все ясно. Минус 16. Это морозильная камера? Да. Что тут хранится у вас в этих кулечках? Ребра свиные. А где стикера? Не проконтролировал. Не хватает поваров, хорошего персонала. Смотрите. Один раз сделайте правильно, простикируйте все, дайте качество и будете чувствовать себя по-настоящему шефом. А сейчас, ну, мне даже вот проверять нечего. Я куда ни посмотрю, ни стикеров, ни контейнеров герметичных, ни крышек, все в каких-то кулечках, каких-то пакетиках. Непонятно, что за продукт.
Куда руку не засунешь, везде какие-то рыбные дебри. А это что? Это судак? Форель. В цьому перемороженому важко когось впізнати. Перемещаемся в зал. Ну что, кухню мы посмотрели, теперь сделаем заказ и продегустируем еду. И официантка не забарилася. Меня зовут Анастасия, я буду вашим официантом. Очень приятно. Барное меню, итальянское меню и японское, пожалуйста. И вы все их знаете? Да, конечно. Выход знаете, цену знаете? Цены нет, цены не знаю. А название помните? Название помню. Хоть щось. Хорошо, давайте вот из салатов. Самый последний. Или итальянский с языком сельдерея, или салат с креветкой авокадо. А если без «или», то точно какой салат? Салат с креветкой авокадо. Что в него входит? А, микс салатов, креветка. Какая креветка? Королевская креветка. Пармезан, маслины с косточкой, авокадо. Так, салат, еще что? Оливковое масло. Перец болгарский входит? Болгарский перец, конечно. Поралась. Давайте мне филе свинины с горчично-сливочным соусом. Подается так. С картофелем или фри, или пюре. Вам посмотрим. Давайте фри. Хорошо. Слушайте, а вот за синенькие штучки, вот поваренок нарисован, это что? Это рекомендовано нашим поваром. Руслан будет готовить? Думаю, да. Раз рекомендовано нашим поваром, готовит наш повар. Скажите, пожалуйста, как быстро будете готовить? Минут 15 будет готовиться это блюдо. Скажите, а какой степени прожарки будете готовить свинину? Свинины нет степени прожарки. Молодец. На тищенковский гачок не попалась. Еще что-нибудь желаете? Можете мне воду сделать без газа, прохладную. А мы пока подивимось на цены. Закуски. Итальянская мясная коллекция. 148 гривен. Салаты. Теплый салат с телятиной. 168 гривен. Если вы вдруг захотите заказать что-либо из основных блюд, знайте, что филе судака на овощной подушке 184 гривны. Однако. Гриль-меню. Стейк рибай за 100 граммов 129 гривен, а вот шашлык из свинины за 100 граммов 69 гривен. Ну и давайте немного о роллах. Ассорти Филадельфия будет стоить 452 гривны. И ролл Баста, рекомендованный шеф-поваром, 264 гривны. Ну что, пока у нас есть время, давайте осмотримся. Вы просто посмотрите, открытые окна и прекрасный вид вокруг моря. Идемте посмотрим, как выглядит зал. Дизайн такой, итальянская деревушка. Везде очень много дерева, ткани. В интерьере разные виды пасты. Мы же у пастопасти. А вот наверху полки есть немного пыли. Я понимаю, что нет окон, мы на первой линии, с улицы несет пыль, и ясно, что она есть на полках. Давайте проверим диваны. Вот кто-то покурил сигарету и пропалил диван. А вот в труднодоступных местах есть волосы и мусор. Нужно лучше пылесосить. А за тыщенком кто-то уважно наглядает. Ой, здравствуйте. Как вас зовут? Меня зовут Ирина. Очень приятно. Николай. Вы давно работаете администратором в Бастопасте? Это первый год, когда я работаю на должности администратора. Тоді вам будет корисна спільная проверка. Стол чистый, за которым я сейчас сижу? Да. Чистый. А с обратной стороны жвачек нет? Проверяем. Если не успели прилепить сегодня утром, не должно быть. Можете проверить? Кто же так проверяет, а? Сначала так, а потом... Вот так проверяет, вот. С распростертыми объятиями. Ретельно та уважно. Под этим столом жвачек нет. Хорошо. Идем мыть руки. Ага. Написано туалет. Причем на всех языках мира. Для полиглотов. Ну, просторный, конечно, большой туалет. На две кабинки, два умывальника. Идем в кабинку. Говорить о том, что это чисто или грязно, очень сложно, потому что все топчутся здесь ногами. Могу сказать только одно, что ёршик грязный. И заяложенный життям. В ведре мусор. Туалетная бумага есть. Правда, держатель туалетной бумаги дышит на лаву. Вот-вот упадет. Просить, аби его прикрутили. Трещины по стенам, везде какие-то пятна. Пыль.
и летает муха. Вот она. Реакция. Блескавычно. Ну давайте ставки, слив работает, дорогие телезрители, или нет? Ох, работает хорошо. Не, ну мы же с вами на море, это просто шторм. Но, друзья мои, будьте аккуратны, чтобы этот шторм не оросил всю вашу попу. Обережно с хвилями. Так, что здесь? Ай, вы посмотрите, сколько пыли на трубе. Здесь не убирали лет 100. Сид, срочно вымыть. А на бачке чисто. Где логика? Бачок чистый, труба грязная. А это называется, убирают по верхам. По-другому я это назвать не могу. Идем мыть руки. Смотрите, два умывальника. В стоке есть ржавчина. В этом кране горячая вода. Не жберут. Мы ж на море. Есть мыло. Точнее, пенка. Хороший напор. Вода свежая. Бумажное полотенце есть. Идем в зал. Так, а вы что, поставили мне блюдо без меня? Так делать нельзя. Обязательно исправимся. Исправьте, если больше таких ошибок не делаете. И позовите мне, пожалуйста, повара, хорошо? Да, обязательно. А ось и шеф не забарився. Руслан, пожалуйста, присаживайтесь. Будем вместе с вами дегустировать. А дайте, пожалуйста, еще одни приборы. Я не могу сказать, что я в восторге от презентации, но видно, что вы пытаетесь экспериментировать. Есть какие-то попытки сделать из простого блюда что-то сложное. Такой деревенский итальянский стиль. Скажи, пожалуйста, кто придумал это блюдо? Ты придумал я еще 5 лет назад. Знаете, почему я спрашиваю? Потому что я увидел, что напротив названия этого блюда вот есть такой значок. Это ваша личная рекомендация. Правильно? Хорошо. Сытно. Вкусно. Зараз дізнаємось. Давайте пробовать. Когда разбораживали свинину? Вчера достали на тайку. Знаете, почему я задаю вопрос? Потому что мясо рыхлое такое, вот видите? Да. Так, это должно быть? Не, не должно быть. Мясо имеет уже такой вот внутри серый цвет. И оно жесткое, попробуйте. Жесткое. А жесткое, потому что вы его разморозили, и все соки оттуда ушли. А мясо должно быть нежное, особенно свинина. Помните, я брал контейнер и выливал сок. Смотрите, сколько соков из него уже вытекло, из этой свинины. Вот этот сок должен был быть не в контейнере, а в мясе. Соус белое сухое вино. Выпаривается, добавляется французская горчица, сливки. Соус хороший, красивый, блестящий. Он не расслоился, приготовлен хорошо. Так, картошечка. Картошка хрустит, это правильно. Но вот свинина, а это вы понимаете, основное блюдо, она жесткая, сухая, приготовлена неправильно. Она невкусная. Ну что, с едой разобрались, у нас еще есть одно дело. Знаете, какое? Какое? Сейчас вам покажу. Идемте. О, кстати, администратор тут рядом. Все это время в Бастапасте у нас был тайный покупатель, который сделал заказ. Ну и, естественно, он ждет моего прихода. Чтобы дізнатися, чи не обважують у Бастапасті. Привет, Леночка. Что ты заказала? Я замовила салат с лососом и сырым фетом. Выход салата 210 граммов. Шеф, вы блюдо взвешивали? Раз взвешивали. Отлично. Давайте проверим. Дайте наши весы. Оттариваем. Вы обвешиваете гостей или нет? Признавайтесь. Нет. Нет, мы это контролируем. Ни разу нас не было. Люди добрые, как вы думаете, обвешивают в Бастапасте или нет? Нет. Нет, да? Проверим. Так. Вес 104 грамма. Сто 83 грамма. Двести 265 граммов.
В Вастопасте не обвешивают, но за чей счет банкет? За наш, конечно. За ваш. Пожалуйста, внимательно смотрите за выходом, потому что к концу сезона прогорите. Так, ну что, давайте нам наши счета. Мой и моего тайного покупателя. Леночка, большое тебе спасибо, что ты мне помогаешь. Я счет твой оплачу. Дякую. Так, отлично. Счет моего тайного покупателя 264 гривны, а мой счет за филе свинины и минеральную воду 168 гривен. Расчет окончен. Бастапасту мы проверили. Теперь идем принимать решение. Мы проверили ресторан Бастапаста в Железном порту. Это наши ревизорские весы. Белый шар – это хорошо, черный – это плохо. Итак, зал. У вас по-итальянски красиво. Особенно вид на море. Но пыль и песок через окна легко попадают в зал. А мусор в диванах, ну, точно не с пляжа. Туалет меня тоже огорчил. За зал черный шар. Цены. За свиное филе с горчично-сметанным соусом и воду мы заплатили 168 гривен. Цены выше средних. Но мы же на курорте. Белый шар. Кухня. Руслан, вы совершенно неправильно храните продукты, и это самый большой залет. И с чистотой у вас тоже беда. Ваша кухня к сезону не готова. Черный шар. Обслуживание. Настя, меню нужно подучить. А вот вам, Ирина, нужно подучить персонал. Хотя меня очень порадовало, что у вас не обвешивают. Поэтому за обслуживание, ну, если честно, большим авансом, все-таки белый шар. Я пробовал рекомендованное шефом филе свинины. Оно сухое и жесткое. Руслан, мне было невкусно. За еду черный шар. Ну что, Бастапаста, у вас шикарная локация прямо на берегу моря. Но этого мало. Подтяните готовку, подтяните сервис, подтяните уборку. И тогда вам не придется краснеть перед гостями. А пока ревизор не рекомендует ресторан Бастапаста в Железном порту. Смотрите, ребят. Сезонность я понимаю, но открывайтесь раньше, подготавливайте кухню, подготавливайте персонал раньше. Спасибо вам. Спасибо. Обязательно все учтем и исправим. Я ваше обещание запомнил. До свидания. Ревизор на море – это Железный порт. Мы идем проверять отель-фаворит. Кажуть, один з найкращих на узбережжі. Розташований готель на першій лінії в 50 метрах від моря. Гості фаворит переважно хвалять. Отдыхали в отеле «Фаворит» в Железном порту. Цена соответствует качеству. Персонал внимательный и приветливый. Чистые номера. Советую. Тільки зайшли в кімнату, там був жахливий сморід. Це погано стікала каналізація. Довелось провітрювати кімнату. У ванні не було одноразових миючих засобів. Заснути фактично нереально. Жахливо шумить холодильник. Запахи з ванни. Ніякої звукоізоляції. Музика з нічних клубів дуже чутна. Впечатления остались хорошие, несмотря на то, что вариант не самый бюджетный. Плюсов достаточно много. Первый из них – песчаный пляж рядом с отелем. В самом отеле очень уютно, чистенько. Есть игровая площадка для детей, автостоянка. Як насправді обслуговують у фавориті, перевірить команда ревізора. Здравствуйте, я Николай Тищенко, это программа «Ревизор». Хотели бы у вас поселиться. Як вас звати? Олеся, я адміністратор. От у вас все і розпитаємо. Скажіть, пожалуйста, есть прескурант? Есть прескурант, конечно. Двухместный номер сколько стоит? В данный период от 700 до 900, в зависимости от номера. А что входит в стоимость номера? Вот за 700 гривен. Номер плюс завтрак. А за 1500? Двухкомнатный люкс. Балкончик есть в каждом номере, терраса и прекрасный вид на море. Олеся, скажите, какие послуги входят в вартість проживания? Сніданок.
І все? І все. Не густо. Які зараз є вільні номери? Люксіта. І це єдиний вільний номер? Так. А взагалі у вас їх скільки? 30. І зараз тільки один єдиний? Так, так. А фаворит популярний? Ми вже зробили резерв. Це стандарт за 700 гривень. Ми йдемо в номер. Я вас приведу. Мой номер 45. Ну что, Леся, вы от меня никуда не уйдете. Заходите, пожалуйста. Разом ревизию проводить будем. Олеся, вид, вид из окна! Я не верю своим глазам! Це море! Здравствуй, море! Какой прекрасный вид! Ой, а что это? Щось у пейзаж не вписується. Это двигатель кондиціонера? Он проржавел? Да. Такий старенький. Смотрите, сколько грязи. Пора поменять. Пора его хотя бы вычистить. Перекрасить. Та у фавориті цим не заморочились. А это что за труба? Конденсат. Прямо в ведро капает. Чудо враждебной техники. Дуже дивна така домашня луборчна система. А що це за столик такий? Що з ним? Господи, Боже мой. Схоже, життя його не балувало. А чому він такий грязний і старий? Це він со временем уже постарів. Його треба міняти. Та хоч би вимити. Паутина. Вижу, вижу. Стол сломан. Можна просто поранитися. Люди же в шортах, в купальниках. Не дешеві, віру, тангу за меблі, але вони, ой, страшенно занедбані. Замінім. Лесь, скажіть, а скільки готель працює? 10 років. І він працює цілорічно чи лише в сезон? Сезон, з 1 апреля до кінця октября. І ви перед цим сезоном меблі не змінювали, очевидно? Я думаю, 10 вже не міняли меблі. Так, йдемо перевіряти номер? Йдемо. Вперед. Може, хоч він порадує? Ну что, мы с вами в стандартном номере за 700 гривен. А почему вы не предупреждаете гостей, что стандарты у вас вот такие, со скосами? Будем уточнять. У нас два таких стандарта на четвертом этаже. Все остальные, они идут прямые, ну, обычные номера. Эта геометрия на меня давит. Олеся, а вам як? Я тебе все бороста, мне комфортно. Вас не давит? Мне не давит. Комфорт тут 50 на 50. Так, хорошо. Тюль грязный? Сейчас проверим. Держите. Пятен нет. Тюль чистый. Чудово. А откуда солнце встает? Здесь днем солнце. Днем. То есть самый разгар, когда люди еще, наверное, спят, солнце жарит, шкварит, да? После 11. Я на отдыхе всегда сплю до 12. А я, примером, встаю о 8, але я обов'язково в відпустці сплю в день. А ты знаешь, к чему я вообще подвожу? Вот к чему? Второй шторы. Которая бы защищала от солнца. Планируем, я заявку подавала. Слушайте, на это. Олесь, а можно зараз попросить вас повесить темные шторы? Пожалуйста. Подзвонить коллегам своим и попросить, чтобы они вам помогли? Пожалуйста. А я могу спуститься? Я телефон не брала. У нас все с собой. Олечка, 45 номер, надо сделать косую штору темную. Угу. А мы тем часом продолжим рейс. Сверху на шкафу пыли нет. Внутри есть 4 тримпеля. Есть 2-4 полотенца и одно полотенце для ног. Как часто вы меняете полотенце? Через 2 дня. По требованию меняем чаще. Смотрите, полотенце не потрепанное, без катышек, чистое. Есть одеяло, теплое, зимнее. Бывает, морозит людей, да? А, сейчас только начало июня. Ночи здесь прохладные. Некоторые хотят спать с открытым балкончиком, естественно, без одеяла никак. Прекрасно. Чистая она? Чистая. Пятна? Без желтых пятен. Точно? Проверьте. Так и сделаем. Одеяло чистое, пятен нет. Ну и давайте проверим чистоту полки, самой нижней. Чисто. З шафою повний порядок. Тумба. Давайте проверимо полку. Ого. Даже тут чисто. За уборку номера зачет. І от мене, і от Сів. А що у нас на полці зверху? Горничні молодці. Чисто.
пульт от кондиционера чистый. Кондиционер работает. А він чистий. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой, чуть не упала с табуретки. Зараз цим дихати. Давайте лопасти еще посмотрим. Чорт. Я думаю, що фільтри можна навіть не дивитися, тому що які вони, вже ясно. Это чорний день для кондиціонера отеля «Фаворит». Я думаю, що треба передати адміністрації. Да, конечно, да, заявку. Викликали майстрів. І перепровірити всі. Сподіваємось, так і зробите. А поки продовжимо. О, работает телевизор. Маєте новий канал? Маємо. Є новий канал. Это очень хорошо. Переходим к мебели. А до нас гостей. Здравствуйте. Добрый день, заходьте, будь ласка. Кто вы? Администратор. О, а, администратор. А как вас зовут? От хто нас фіранкою врятує. 45-й номер, надо штору темную. Де накулядували фіранку? В сусідньому номері. А ну давайте, просто приложим к окну. Ну просвечивается. А мало би повністю затемнити вікно. Віжати цю штору немає сенсу. Це не блайнд-ефект. Ви ж розумієте, про що ми говоримо? Штори, які повністю закривають номер від сонячного світла. Ми да. ж на курорті. І однозначно. Це чи не найважливіше. Хорошо, обов'язково справимося. Пересмотримо всі шторки. Я думаю, що її варто повертати в номер, в який, може, сьогодні в'їдуть інші гості. А у нас попереду ще купа роботи. І давайте перевіримо, що у вас кровать? Чиста вона? Чиста. Вот жовте пятнышко, смотрите. Тут їх, на жаль, доволі багато. То сразу на хімчистку. Ну, тоді вбирайте. Так, простиня. П'ятін на ній нет, звичайно? Нет. Точно? Ви про простирадло те саме казали, Лес. Чисто. Пахне вистираним. Хорошо. Перьевые подушки! У нас есть синтепоновые и есть пуховые. По просьбе гостей мы меняем. Никаких просьб. Гипоаллергенные подушки. Заменить все на... Конечно. И заодно выстирать наволочки, потому что это остатки крови. Ну никак не могут быть в вашем отеле. Можно попросить синтепоновые подушки? Да. Телефонуем на рецепцию. Ольга Николаевна, нужно две синтепоновые подушки, 45-й номер. Може, хоч це прохання виконають? На матрасник є. На матрасники п'ятін нет. На матрасник чистий. Матраси давно міняли? Поміняємо. Какой-то он у вас в пятнышках. В плямищах. Вот жовте пятно. Как вы думаете, откуда эти пятна? Писаются? Сомневаюсь. Какаются? Сомневаюсь. А яка ваша версия? Что-то пили в кровати. То есть вы думаете, что это шампанское? Это больше на пиво похоже. Точнее, то, что после пива. Невтішна версия. Під ліжком ми зможемо подивитися? Давай. Там грязно? Там чисто. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй. От вам і чисто у всій красі. Це паутина просто. Еще і кокони насекомых уже. В кровати! Посмотрите, паука, видите? Вижу, вижу. А яйца? Ой, все, лише не треба, голими руками ті яйця. Мерзота. Фух, ну що, іду вимити руки. Як раптом. О! Звідки штора? З номера. З якого? 22-го. Може, хоч ця штора підійде? Це не блайнд-ефект. Ви ж розумієте, про що ми говоримо? Штори, які повністю закривають номер від сонячного світла. Справимося. Експеримент продовжується. Вішайте. Зараз прийде хлопчик, він допоможе. А от і хлопчик. О, заходіть. Здравствуйте. Як вас зовут? Мене зовут Павло. Так, що ви принесли? Подушечки. Які? Синтепонові. Ми їх замість перьових просили. У нас є синтепонові і є пухові. По просьбі гостей ми міняємо. Можна попросити синтепонові подушки? Так, да, да. Ви адміністратор? Ні. А хто? Стажер-офіціант. Слышите, стажер-офіціант, а ви як давно працюєте вообще в отельному бізнесі? Вперше. А ви знаєте разницю між синтепонові і перевою?
Ну, они намного легче. Это вот легкие сейчас? Эти нет. Это перьевые. Просто опять. Вот это так замена. Я сразу понял, потому что она вот сломалась пополам. Очевидно. Повертайтеся в ресторан, пане стажер. Готельний бізнес то не ваше. Мені потрібно, ти ж повішуйте шторку. Подождите, стоп, вешайте шторку, а мы разберемся уже с этими подушками, ладно, а потом в кучку не соберешь. Бож, что не завдание, то беганина. Оп-ля. Паш, скажи, пожалуйста, вы в обуви становитесь на табурет. Как потом мне на нем сидеть? Попой после пляжа, вот, например. А я вам другой принесу. Гарна спроба. А, да? Ты можешь мне мой номер весь отель снесете? Нет? Вот больше ничего нет. З кожного номеру по предмету. З 22-го штори, з 43-го іншу фіранку, нові подушки, потім новий стілець. Не номер, а рукавичка. О, лучше-лучше, як говорив мій тренер. Ну, от як би так. Ну, як би не до кінця затемнили. А це огромна щель. Там піднімем фіксатор і тут можна підвинути, воно все закриє. Слухайте, ми тут знаходимося вже майже годину і ніяк не можемо повішати банальні темні штори. Тож, завдання вважається невиконаним. Так, ну що, перевіримо санузел. Да-да! О. Знову епопея зі шторою. Заходіть, будь ласка. А ми вже санузел вирішили перевіряти, що це у вас? Це подушечки силиконові. Друга спроба? Можна попросити синтепонові подушки? Так, да, да. Так, що ви принесли? Подушечки. Це перьевые. Ну, відкривайте свою наволочку. Ну, це синтепони, вона чиста. І у цієї подушки п'ятен теж нет. Дякуємо за те, що поміняли подушки. Напевно, варто поміняти їх в усіх номерах з перьевых на синтепонові. Угу. Їх набагато простіше прати. І це можна робити частіше. З подушками розібралися. Повернемося до ревізії. Тепер уже ми точно перевіримо санузел. Дуже маленький санузел. Ще й стеля скошена для повного щастя. Начнем. Що у нас з унітазом? Сидіння чисте. Під сидінням чисто. І внутрі він чистий. Бачок. Теж не підвів. Туалетна бумага є. Відро для мусора є. Є гігієнічне відро для інтимних штучок. Так, йорш. Гламурний і чистий. Це таке чистящее средство? Да. Супер, молодці. Та чи пройде перевірку душова? Работает хорошо дверцы, душа, кран в налете, он уже окисляется. Головка душа чистая и сам шланг не поврежден. Горячая вода? Есть. Влево горячая вода или вправо? Вправо. Как вы это поняли? Нет, влево. Певно не? Почему здесь наклеечки не сделают такие силиконовые специально? Сделаем. Так куда, влево, вправо? Влево. А ну проверьте, есть? Ну що? Щось пішло не так? Давайте. Все ж направо. Шли годи. Не може такого бути, щоб не було гарячої води. Та що ви кажете? Ну це не гаряче. Ви потім п'єте, що? Жду. Що, гаряча вода є. Підтверджую. Но очень долго стекает, нужно подождать. Как часто вы моете стоп? Каждый день. Но даже когда делаем ежедневочки, ведем швы и промываем. И стоп промываем. А сколько горничных? Три. Давайте посмотрим, как они справляются. Волос. Грязь и слизь есть. Не доприбирали. А на кафеле душевой кабинки уже появляется грибок. И это работа для доместоса. И здесь грибок, смотрите, и здесь, и здесь, и здесь, и даже здесь грибок. Ну не серьезно, фаворит. Давайте еще умывальник посмотрим. Раковина внутри чистая, сток, грибка нет, кран не отполирован. Под краном грибок. Прибирают тут чомусь выбирково.
А где? Косметика для... Косметики нет. Гостей нет косметики? Ни шампуня, ни геля. Работаем над этим, но пока не с ним. Слушайте, это же копейки. Видео? Куда? В обиху, что появилось. Минимальное предложение мини-косметики. Обязательно. Что я могу сказать по санузлу? Очень маленький, неудобный, особенно для высоких людей. Мини-косметики нет, и уже появляется грибок. Пожалуйста, исправьте ситуацию. Исправь. Спасибо, Олеся, что были с нами. Спасибо, что помогли нам с нашей проверкой. Увидимся внизу. Хорошо. Ну что, мы получили массу впечатлений от этой ревизии эмоций через край. А вердикт через секунду. Мы проверили отель-фаворит в Железном порту. Это наши ревизорские весы. Белый шар – ваши сильные стороны, черный – ваши промахи. Начнем. Место расположения. Шикарное. Вы на первой линии, а до моря 50 метров. Однозначно белый шар. Номер. Наш стандарт на двоих очень маленький. Предупреждайте, что у вас есть номера с косыми потолками. Мне было тесно. И к уборке тоже есть большие вопросы. За номер черный шар. Цены. За стандарт с видом на море мы заплатили 700 гривен. Завтрак включен. Думаю, для сезона это терпимо. Белый шар. Обслуживание. Я хотел заменить перьевые подушки на синтепоновые. С горем пополам эту проблему вы решили. Но, когда я попросил повесить мне темные шторы, а в курортном отеле на море это важно и нужно, вашей беготни было выше крыши. Но проблема осталась. Увы, за сервис черный шар. Особенность. В каждом номере фаворита есть балкон с видом на море. Это ваша фишка и ваша гордость. Но само состояние балкона... Поменяйте старую грязную мебель. Покрасьте жутко ржавый кондиционер. Уберите это нелепое ведро. Пока это все только портит кайф от вида. И белого шара я дать не могу. Черный. Фаворит. Судя по названию, вы тот, кого предпочитают всем остальным. Вы любимчик. Я бы и рад был влюбиться. Но, увы, ухожу разочарованным. Ревизор не рекомендует отель «Фаворит» в Железном порту. Сезон начался у вас с апреля. Неужели нельзя было подготовиться? Вы же видели, какие у вас минусы, Олег? Вы же сами совсем соглашались. Исправили. Блин, ну а почему вы не исправили это до начала сезона? Вы знаете, мне вот кажется, что балкон в вашем отеле – это настоящая фишка. Вот ты заходишь радостный, веселый, и вечером хочешь на балкон выйти и выпить чашечку кофе, чая, может быть, вина. Но согласитесь, что при этом хочется, чтобы мебель была без грязи, без паутины, чтобы ведро было с цветами, но никак не для конденсатов. Я вижу, что все очень легко исправить. Доработаем. Мало сказать, мы доработаем. Справимся. Мало сказать, мы исправимся. Зайдем. Сами себя? Ой, вы раните мое сердце, девочки. Исправляйтесь. Желаю вам процветания. Спасибо. До свидания. Сьогодні я перевірю салонні послуги на набережній, адже я на морі.
Як на кожному морському курорті, на набережні залізного порту вирує життя. Салони краси не користуються тут попитом, адже причепуритися можна за 2 кроки від пляжу. Хочу перевірити одну дуже популярну послугу, яку роблять на набережні – це плетіння афрокосичок. І цю послугу вже тестує на собі наш таємний покупець. Доброго дня, дівчата! Катюша, привіт! Привіт! Як ти, сонечко? Все хорошо, сижу на процедурі, чувствую себе звіздою вулиці. Ще пак, глядачів вистачає. Дівчата, як вас звати? Аня. Аня? Да. А вас як звати? Елоді. Елоді. Дуже гарне ім'я. Мене звати Олена Філонова, я з програми «Ревізор». Знаєте таку програму? Да. Да? Дивилися? Да. Тоді ви точно знаєте, що зараз буде. Це ваше робоче місце, так? Да. Хочу перевірити. Дівчата такі гарні, засмаглі, клас, красуні. Дивлюся, в якому стані стіл. О, брудний. Дивіться. Ви чимось його дезінфікуєте, обробляєте, да, стерилізуєте? Да, да, да. Чим? Угу. А покажіть, будь ласка. Все вдома. Як вдома? Воно не вдома має стояти, а тут. Розумієте? Да. І? Ще тут лежать на брудному столику ось ці, я не знаю, що це таке? Це ниточки, в які вплітають волоси. А, ось це так вплітають? Да. І воно лежить на брудному столику. Чому? Українське тяжіле. Аж раптом. Ви не розумієте українську мову? А... Що ж, доведеться перейти на російську. Почему лежат вот эти вот веревочки на грязном столе, и вы потом вплетаете это все в волосы клиентам своим? Здається, російською зрозумілише не стало. Аня, я тут. У меня все там. Тут просто я делаю вот это и все. Вычерпна відповідь. А что там? Это нитки. Эти ниточки вы да. купили в обычном магазине ага. для вязания? Да. Зачем? Это же не профессиональные нитки. Я наработана вот этой нитки. А я вот слышала, что есть такие нитки, как каниколон. Есть. Покажите, пожалуйста. Вот это каниколон? Да. А где вы их замовляете? Не тут. А где? На интернете. Заказы на интернет. А, в интернете. Просто на интернет. Це штучне волосся, да. не натуральне. Где написано, що це іскусственний волос? Я знаю, вот это искусственный волос. Ви знаєте, а ваші клієнти не знають. Так, да, вони теж знають. А як вони знаєте, якщо тут не написано? Вот это пишено просто на англійській. Якщо немає перекладу, то цей товар, я не знаю, чи сертифікований взагалі в Україні, чи можна його використовувати в таких перукарських послугах. Що, що? Wait, please. Окей. Что это вы мне показываете? Вот это я заплати залога. Залог или налог? Налог. Налог. Да. Оптовая торговля цукром, шоколадом, кондитерские вироби. Те, що ви шоколадка, це я бачу. Але де тут йде мова про перукарські послуги? Это не тут. Це ми вже зрозуміли. Катюш, розкажи мені, будь ласка, про той процес, який в тебе зараз проходить на голові. Що роблять? Здесь нічим не орудують, крім обычной одной спицы. А, крім одной спицы. Це ж спиця для в'язання. Да, да. Анечка, як це називається? Легви. Легви? Ви. Так романтично звучить. Легви. А ви як-то дезінфіцируєте легви? Да. А чим? Дезінфекти есть. Покажите. Тут я став, я буду через... Ну, ясно. Катя, при тобі якось дезінфікували його? Ні. Тобі не надали якусь пелерінку, щось таке? Це абсолютно ні. Бо ти сидиш зараз вся в волосі. Ну, клієнт не має не сидіти... Я розумію, але клієнт не може сидіти весь у волосі і в нитках. О, резиночка. Тим часом Аня тихесенько капітулювала. А от я замітила, ви стоїте босиком. Почому? Я не можу на баскет. В обуві не комфортно? Да. Она больна. Давит? Да. Больно? Да. А ви откуда приїхали? Конго. Конго? Да. Із Конго, прямо в Україну. Круто.
Пропустіть автобус на Херсон! Не може проїхати! А де Аня? Упс! Аня! Здається, годі й кликати. Вона залишила вас. Втекла. Як так можна? Покинула подружку. А вона ж приїхала з Конго. Вона боїться зараз мене. Ну, тоді робіть. Та, здається, майстер не у настрої працювати. О, хтось залишив своє взуття. Це ваше? Да? Та ви, попелюшка, чекаєте на свого принца. Боже мій. Я знайшла ще тут розчіску. Це інструмент для розчісування волосся. Чому він на підлозі? Дійсно, що тут скажеш? Але я поверну на місце, може тут воно і має бути. Ще є ось така парасолька. Це дуже добре, можна закритися від сонця. Але над нашою Катюшею цієї парасольки немає. Не спекотно тобі? Спекотно. Почуваєш себе добре? Добре. Ось кудись втекла Аня, яка обіцяла мені бути красивою. Доробити Каті зачіску і правда ніхто не поспішає. У вас клієнт. Як ви можете спілкуватися по телефону, якщо у вас клієнт? Ой, Боже. А чому ви сидите, не робите прическу? Me speak French. Так, що там на французькому, я знаю? Je t'aime. Bonjour, monsieur. Bonjour, madame. Comment ça va? Oui, ça va bien. Ça va bien. Ça va bien? Да. Катя! Ага. Ага. Go. Ага. And. Ой. Французьку я трошки знаю. Серйозно? Ви знову взялися за телефон? Вас чекає клієнт. Я не розумію. Може, міжнародною мовою грошей збагнете? How much? Скільки коштує послуга? Я хочу заплатити. Схоже, і гроші не допомагають. Катя, тобі називали прайс якийсь? 500 гривень. Вона вже кудись хоче піти. Я хочу розчитатися за услугу. Да досить вже по телефону спілкуватися. Я хочу розрахуватися. Почуйте мене, будь ласка. У вас клієнт чекається ненормально. Ви заробляєте на цьому гроші, не маленькі. Окей. Дякую дуже. Боже, поки не рявкнеш, не почує. Та, здається, поки Філонова тут, роботу майстер не завершить. Тут клок волос остався. Вот. Боже, моя дівчинка. Хочеш, я тобі доплету? Сама вдома. Давай я залишу тобі гроші, але з однієї умови. Якщо тобі дороблять зачіску, і ти будеш задоволена, тільки після цього ти заплатиш за свою послугу, добре? Да, договорились. Хорошо. Я тебе залишаю. Хорошо, да. Я тебе цілую. Тримайся. Доведеться Філонові піти, аби Каті все ж таки доробили зачіску. Ну що, я йду далі, подивлюся, які ще послуги надають на набережній. Адже тут сервісом і не пахне. Ну а таємний покупець залишилась чекати. Цікаво, чи доплетуть. Бачу попереду масаж, який роблять рибки. Масаж, а точніше пілінг рибками гараруфа – альтернатива педикюру. Рибки з'їдають роговілий шар шкіри і роблять стопи гладенькими. Хочу зайти сюди. Доброго дня. А ви клієнти? Так. Да. Так? Да. Ух ти, а де володар? Риб'ячого царства. Здесь. Де? Доброго дня, хто тут доброго. Головний? Ви? Головний, я Ташал. Я можу допомогти. А ви хто? Я? Да. Я друг. А де директор? Здравствуйте, я. Доброго дня, ви тут? Мене звати Олена Філонова, я з програми «Ревізор». Дуже приємно, Ігор. А ви хто? Хазяїн. Ага. І я теж Ігор. О, два Ігоря, чекайте. Звання? Хочу вийти заміж. Добре, до справи. Я прийшла до вас з ревізією. Угу. А що це таке? Міні-салон краси?
Ну, не красоты, а массажа. Массажа якого? Рыбками. Турецкая рыбка, гара руфа называется. Що вони роблять? Делают массаж, чистят ножки. Розкажіть, як вони роблять массаж, я не розумію. Сидить людина, як вас звати? Анастасія. Анастасія. Ви вже закінчили свою процедуру? Ви задоволені? Так. Анастасія, ви прийшли з моря, отак і зразу сіли? Ні, я помила ножки. В цьому тазі? Так. А що це за водичка? Вода чиста, скана. Налили для вас особисто її? Звісно. Ну, я не бачила, воно вже було налите. А, воно вже було. Може, хтось до вас ще тут мив ноги свої? Я не знаю. І вже не дізнаєтесь. А де ви набираєте цю воду? З покрану. З якого крану? У нас зараз вона відстаєвається от бочки. Ой, тут ви набираєте здесь воду? Здесь вода відстаєвається і гріється обогрівателем. Чим гріється? Обогрівателем. У вас немає гарячої води тут? Чому? Ну, такі от умови. Кепські. А це безпечно взагалі? Звісно. А як ви знаєте? Бо тут, боже, тут плойка для волосся. Ні, це спеціальний обогріватель для води акваріумна. А тут у вас є ванночка, тут можна помити ноги. Просто сливаємо туди воду грязну. Ой. Чому така брудна? Ви ж можете помити її. Це каналізація просто, ми сливаємо з тазика воду. Добре хоч не в море. Ой, боже, нащо тут матрас? Хто тут спить? Хтось вже має вночі рибок охороняти. Я бачу, тут лежить рушник. Цим витирають, я так розумію, ноги чи руки ваші клієнти. От для клієнтів. Ми ж предложили клієнтам при вас. А ви щойно взяли руками, так, папір? А де ви миєте руки? Нам зараз не провели ще воду просто здесь. Покажіть свої руки. А це ще обручка? Ви одружені? Ні? Це не обручка, це... А що це таке? Спаси, сохрани. А, це вам точно зараз знадобиться. Спасайтесь. Між басейнами з рибками тут є килимок. Щоб ставити ніжки, перевіримо на чистоту. Трудно. Вентилятор, він тут стоїть, бо клієнтам спекотно, так? Давайте перевіримо його на чистоту. Це сітка від вентилятора. Вона збирає пил. Дуже брудно. Так. Брудно, дуже багато пилу. Цим дихають люди. Що це таке? На корм рибкам. А тут гроші. Це за послуги платять чи особисто рибкам? Для рибок. А мені це подобається, ви знаєте? А яку їжу вони їдять, окрім ніг? Ну, спеціальний корм. Покажіть. Побачимо, як ви дбаєте про свій основний персонал. А що це за корм? З чого він? М'ясні хлоп'я, рослинні хлоп'я. М'ясні? А м'ясо кого, я вибачаюся? Риб'я м'ясо. Рибка їсть рибку? Ну, просто риб'ячий канібалізм. А де тут термін придатності взагалі? На криші. 8.01.2019 року. Корм свіжий. Скільки треба? Чуть-чуть. Ось так нормально? Можна, да. Так. О, дивіться, вони їдять, вони голодні, манюнічки. Вони дуже голодні, ви морите їх голодом? На ніч годуємо, так. А в день годуєте їх ногами, так? Так. Боже, що ви за людина? Так, ну що, давайте подивимося чистоту акваріуму. Перевіримо діючий. Є брод. Цікаво, скільки ж ніжок тут побувало. Ну що ж, я хочу ризикнути і пірнути до рибок. А що треба робити? От я клієнт. Зараз зміню воду після клієнтів. Сподіваємось, завжди так робите, а не лише для Філонової. Ви поставили контейнери, в яких миють ноги клієнти, в брудну ванну. Ой. І що? Миємо ножки, сідаємо. Тут чистота, як хірургічне палаття. Що? Є брод. Стерильність аж зашкалює. І що далі? Присаджуємося. Я ніколи цього не робила. Це вперше. З прем'єрою, дорогенька. Ви
задачи одновременно две, сразу. Она ж грызе мене. Так вы старайтесь ослабить ножки, они работают. Я не могу тикать, будь ласка. Но вы же пришли, смотрите, получить мне удовольствие, мозг, правильно? Расслабиться. Я не могу. Рыба кусает. Давайте посчитаем до трех и все. Аккуратно. 1, 2, 3, 4, 5. Расслабьте. Я не могу. Расслабьте ножки, считайте до 10. 1, 2, 3, 4. Але ж сервіс на висоті. Ігор заспокоює не гірше за психолога. Добре, мені треба зосередитися. Розкажіть, будь ласка, як ви міняєте воду? Як часто? Раз в неделю в любом случае. А чому раз на тиждень? Ну, потому чому что не кожного у нас хороший ультрафіолет стоїть. Ультрафіолет убивает мікроби, просто інфекції разные. Серйозно? Да. А у вас є десь документи, документи на цю рибку? Нет. Вони не легали. Ви зрозуміли, рибки не легали в Україні. Ще й працюють за їжу. Покажіть мені прайс на ваші послуги. Пожалуйста, от временний прайс. Уже на сиділі 15 хвилин. Временно засекли. 5 хвилин 40 гривень, 15 хвилин 70 гривень. Тобто з мене 70 гривень, так? Так. Добре, я закінчила, бо ви зараз здерете вдвічі більше. Будь ласка, потенці. Все, дякую тобі. А де ефект? Що я мала побачити? Спочатку відчуття. Дійсно, кому потрібен той ефект, якщо є відчуття? Так, скільки з мене? 70 гривень. Тримайте. Здача буде? А це у вас бухгалтер, да? Нас. Та я не хочу брати денег з ревізора. Бухгалтер, милый мой бухгалтер. Дай мені здачу. Оце нормально у вас тут каса. Народ міняє. 430 гривень. Оці я залишу рибкам. Тут написано на корм рибкам. Я вам дуже вдячна, хлопці. Сподіваюся, що ви тут наведете порядок і у вас буквально буде чисто. Через неділю. Та вже покваптеся. Але на даний момент я не можу вас рекомендувати людям. До побачення. До побачення. Цікаво, а як там справи у таємного покупця з косичками? Як тільки йшла зйомочна група в місті з Ліною Філоновою, все ж прийшла наша майстриця Аня, яка йшла і яку всі шукали. Вона прийшла і почала швидко і активно доплітати прическу. Давай, так, Катя, можна? Можна понізніше, пожалуйста, я вас дуже прошу. Терпи. Сюди. Спасибо вам большое. Да, тебе тоже. Нужно деньги, пожалуйста. А сколько вам должно? 500? Да. Слушайте, да. Ну классно, прикольно. Спасибо. Катя зачіскою задоволена. А які враження у Філонової від перевірки? Сьогодні в мене була дуже незвична перевірка. Не салон краси, але місця, де надають салонні послуги. Ви побачили все. Бруд, відсутність документів та гідного сервісу. Тож рекомендувати салонні послуги на набережній в Залізному порту я не можу. Ми на морі, ревізор в Залізному порту. Ми йдемо перевіряти хуторок, ресторан української кухні. Заклад дуже популярний, бо недорогий. До того ж, команда ревізора сюди кликали. Хочу запросити ревізора у Залізний порт в кафе «Хуторок». Добрий персонал, смачно готують і недорого. Три года отдыхаем в Железном порту. В этом году кухня откровенно сдала позиции. Очень расстроены. Кухня отменная, порции огромные. Цена очень даже доступная. То, який насправді сервіс у «Хуторку», дізнаємось. Здравствуйте, ребят. Ну что, показывайте вашу кухню. Это программа «Ревизор» и я, Николай Тищенко. Наконец-то мы вас видели живьем. Вот, видите как? Мы к вам пришли с проверкой. Николай. Артем. Артем, вы шеф-повар? Нет, повар. Хороший повар? Нормально. А где шеф-повар? Он есть сегодня? Сейчас, да, зайдем. Как зовут шеф-повара? Иван. Давайте начнем проверку тогда. Где у вас горячий цех? Там.
А что вы так волнуетесь? Да не, ничего. Как вас зовут? Марина. Марина, вы не уходите? Не-не. Будем общаться. Поехали. И почнемо с вытяжного зонту. Проверяем? Я все потекал. Сверху он протирался? Ну, протирается, конечно. Чистый? Ви знали, що команда в місті, напевно, так? Ну, то ж знали. А як готувалися? Як обично, в нас завжди наче повинно бути чистенько. Наче чи має бути? Має бути завжди чистенько, і ми завжди придержуємося цього. У нас хазяїн придирається до всього, то ми стараємося, ну, звісно. Є немножко грязі, але це допустимо. Шеф прийшов. Ви шеф? Так. Пробачте, а скільки вам років? 19. Талант. В 19 лет вы уже шеф-повар такого ресторана большого. Пришлось. Давно працюете? Ну, вообще в сфере 4 года уже работаю. С 15 років? Ну да. Тоді продовжимо разом. Сковородки, давайте посмотрим. А идите ко мне тоже, держите. Добрый день. Здесь грязно, надо мыть лучше. Мне вони не дуже до вподоби зовні. Ой. Я просто влипла без рукавиці. Можна я витру, пробач, будь ласка? Ой-ой-ой. Халепа. Просто газ у нас засмалювається швидко вже. Всі пательні, я думаю, треба перемити краще. Хорошо. Так, що з плитою у нас? Рішотки грязні. Ми в 8-й відкрилися і вже працюємо 4 години. І сніданки у нас були досить активні. А це що за допомога залу? Як вас зовут? Тетяна. Дуже приємно. Ви хто? Представтеся. Я допомагаю адміністратору. Зараз підійде адміністратор, і воно вам все питає. Бачите, що це остатки їди? Ми вимиємо сьогодні ввечері, ми все вимиємо. Нужно просто тщательно все вимивати. Ми вже 3 роки слышимо, що ви сюди приїжджаєте, і якби ми завжди готові к ревізору. Ми навіть від вас не закриваємо нічого, дивіться, як є, так є. Ми кожного року готові, що ви в будь-який час можете сюди приїхати. Давайте дивитися, як хуторок в залізному порті готовий до приїзду команди. Йдіть к нам, пожалуйста. Как вас зовут? Ирина Николаевна, я администратор этого заведения. Ирина Николаевна, скажите, пожалуйста, а что вы все на меня набросились со всех сторон? Мы не набросились, нам интересно. Слева, справа, сзади, со спины. Мы не набросились. Наша зеркалька попала до нас. Да, это действительно для нас. Нам больше интересно. А мне интересно, почему вы не вымываете сковородки? Ну, это уже упущение шеф-повара. Да? А рыба тухнет откуда? С головы, с меня, правильно. Так чье это упущение? Мое, я не признаю свою вину. Идемте тогда смотреть, пойдем. Как ребята работают. Халат давай домой, Ирина. Конечно, она вот в халатике, вот видишь такого? У меня фартушок пока. Ну, фартушок. Это умовный халат. Все, но мы вам сейчас дадим свой халат. С рукавами. Хорошо. Так, Ирина, и мы теперь пройдем по проверке. Вот я хочу просто знать, как вы проверяете кухню, когда заходите сюда? Ну, как вы пошли, вот так у нас и заходит отсюда. По процессам. Тоді и мы по ним. Вы готовите в микроволновой печи? Скорее всего, что что-то подогревается. Сверху чистая? Скажите, да или нет? Аня, вы говорите, да. А вы что скажете, чистая? Чистая. Чистая. Внутри есть стеклокерамическая тарелка. Но правда, кто-то ее погрыз. Поменяйте. Конечно. Ржавчины. Нет, но есть грязь. А ну-ка наденьте халатик. Заходите к нам сюда. Новая порция перчаток. У меня уже практически вот такой вот шмат перчаток закончился на вашей кухне. Ну, у нас велика кухня, есть что подивитись. А у меня много перчаток, поверьте. Фритюр, ты где? Идем, где проверим качество масла. Когда меняли масло? Последний раз. Вчера. Вчера? Кто менял? Я менял. Красавчик, можно вас тогда сюда? Дайте журнал замены масел. Журнала нет. Да ладно! Меняем масло точно, але журнала... Смотрите, индикатор зеленого цвета, но показатели растут. Слушайте, ну вы молодцы. У вас хорошее масло. Я скажу, что мы стараемся. Реально мы стараемся, и люди у нас добре отзываются. Но уже есть недостатки, мы их обязательно исправим. А похвалитесь, чем можете? Так, похвалитесь а можем тем, что я не знаю, как в залізному порту, але у нас все с нержавейки на кухне стоит. Да, это правда. Я вижу, что рабочие столы профессиональное, оборудование дорогое, профессиональное. Но объясните мне, почему горячее блюдо вы кладете на разносы? Недорого. Ну, це повар я такого по блинчиках. А хто повар по блинчиках? Марина. Марина, а хто вам подарив таку красиву улыбку? Ну,
мама. Мама, привет маме. Скажите, а кто научил вас, может, доставил, класть прекрасные золотистые блинчики на пластиковый разнос? Ну, скорее всего, из-за незнания. Обычно я их клала на тарелки, но места просто не хватает. Объемы очень большие. Причем здесь тарелки? Шеф, куда нужно класть продукт? Гастроемкость. Гастроемкость. Где ваша гастроемкость? Туда неудобно, да, конечно. Ну, а это просто из-за незнания. А ну, шеф, давайте гастроемкость. Она чистая, кстати? Ну, вот немножко есть копоти. Потому что надо вытирать, а надо было протерпеть такие полотенечки. Давайте, пергаментную бумагу кладите. Выкладывайте прямо сейчас. Выкладывайте. Не надо здесь, выкладывайте при мне. Перчатки ваши где? Быстрее, давайте, давайте. У вас 30 секунд. Если не успеете за 30 секунд... То что? Ну что, будет провал. Вы сделали свою работу правильно, ровно за 15 секунд. Все это видели? Все, вот. И никаких пластиковых разносов. Молодец. А мы идем дальше, к холодильникам. Где у вас хранится мясо, рыба, птица? Где? Вот здесь. Вот здесь. Поехали, смотрим. Оля. Ой-ой-ой. Увлекся? Все нормально. Ведь у нас травмы на производстве даже бывают. Все нормально. А вы что думали, так нам легко? Нет, даже и не думала. Знаешь, что тяжело. Кто вот это забыл? А что это? Огурец. Ванечка, молодец. Смотрите, сколько грязи. Провода грязные. Все какое-то кубло-то змеиное. Ой. Решай вопрос, шеф. Куда это? Стоп. Бурну. Бурну. Поехали. Продукция в контейнерах. Есть стикер 13.06. Контейнер не вымыт. Грязный. Внутри майонез. В продуктах своїх я впевнена, потому що ми беремо не самі дешеві продукти, беремо якісні, щоб люди наші не обіжалися. Контейнер с сыром. На крышке есть стикер 13.06. Я могу вам сказать, что все контейнеры имеют одну и ту же проблему. Они грязные. Видите? Жирный налет. На этом контейнере есть дата 13.06. А внутри мусорник. Кто вас научил хранить яблоки с кусочками апельсинов? Часть яблок очищенная. Где матрасик? Все пропадает. Потом этот апельсин куда вы пытаетесь деть? А его уже никуда не деть. Понятно, а это ваши деньги. Это вот те дорогие продукты, о которых вы говорите, в которых вы уверены. Вот они. Ну, это совесть повара. Ничего, приберем. Это на совести команды. Мне ответы, кто виноват, не нужны. Я просто хочу, чтобы вы это увидели и исправили. И исправили. Так, что здесь у нас? Тетяна, у вас в меню є риба, мідії, морепродукти. І це все звідси, з морозильника, так? Так. Где стикера? І здесь. І вот буженина, или что это, тоже стикера нет. Здесь кусочки сала. Бо ми в Турції, це українська кухня. Мені, звісно, неприємно, я вам чесно скажу, але я питала поварів, стікера кругом не дійшла, хотіла зайти травму. Смотрите. Так, кругом, ну що ж, мені не вірити поварам. Заморожене сирое м'ясо. Тут же овощи лежат. Это спаржевая фасоль, видите? В айсберге. Затонула, як Титаник. Сосиски копченые. В снегу. Зі смаком бурулькой. Подержите просто. А, я в руках без перчаток. Подержите. Это можно без перчаток держать, потому что это мусор. Ну да. Смотрите. Снег. Але поставщики возять один раз на тиждень. Та при чому ж це? Копчене! Я не можу взяти, положити в холодильник, щоб воно... Не все можна морозити. Якщо немає можливості зберігати тиждень, то не замовляємо і все. Собирайте. На мойку! Здравствуйте, девочки-красавицы! А що ж ви без перчаток працюєте? Ось, ось такі є. Ми ці ви дочищаємо, так. А що? Что с этими перчатками? Вымиваем, очищаем тарелку, грязный посуд попадает. После этого посуд попадает сюда в мийку, сюда грязный посуд, сюда помыкаем и сюда выставляем. Шпарить, как відмінниця. Я вас еще ничего не спросил, вы мне уже все рассказали. А нам сказал ваш
А ну кто сказал? Ну иди сюда, я молчу. Таша в очках. Не, ну мы что? Таша в очках? Аня, вибачте. Нет, все нормально. Ух, розібрались. Проверим? Проверим. Внутри грязи не вижу. Боже, как шикарная мойка. Які дівчата. Хорошая работа, нравится. Идемте в зал. Интерьер украинский, народный, вышиванковский. Повсюду солома, рушники. И смотрите еще. Есть качеля. Я на нее, конечно, сел, не проверил чистоту. Но могу вам сказать, качеля чистая. А вот с чистотой столов и стульев мы с вами разберемся. И под столом жвачек и грязи нет. Обычный деревянный стул. Какой-то он твердоватый. На таком долго не высидишь. Съел комплексный обед и на пляж. Давайте еще солому проверим. Стриха по-нашему. Есть пыль. И, кстати, такую солому нужно пропитывать огнеупорной жидкостью. А чи знають про це в хуторку? Дайте зажигалку, пожалуйста. Я вот достану соломинку и проверю. Гореть не должно. Это не солома, это камыш. Ой-ой-ой, как хорошо горит. Ну, не дуже хорошо. Ні, воно палає. Воно має загасати миттєво. Ну, дивіться, тут загасло. Вон, от, ну, тут ви просто... бачите, що у нас вогонь зараз? Ну, тут тоненький просто. Тоді руками затушаємо. Я точно знаю, що на початку сезону хлопці пропітували. Цікаво, чим пропітували? А у вас дети. И к вам приходят гости. Срочно спасайте ситуацию. Спасем. Час для замовлення. О, хороший столик. Доброго дня. А вот и официант Денис. А вы меню хорошо знаете? Більш-менш, так скажем. Я не скажу на все 100%, воно дуже велике, але знаем. Тоді поїхали. Салаты из морепродуктов и рыбы. Лагуна с кальмарами. Сколько стоит? До 120 гривен, 119. Стоит 75 гривен. Что входит в лагуну с кальмарами? Кальмары, огурок, картопля. Заправляется все майонезом. А внимательнее есть? Плюс цибуль. Смотрите, кальмары, огурец, яйцо, кукуруза, микс салатов и майонез. Картопленый майо. Да, моя помилка, обещается. Ошибочка. Ладно, местные салаты. Самый последний салат, как называется? Честно не скажу. Ну подумайте. Самый простой. Его все любят украинцы. Оливье. Точно. Тогда вы должны знать, что входит в состав салата оливье. Картопля, морква, огурок маринованный, горошок. Заправляется майонезом, цибулька. И что самое главное? Яйца. А еще? Вперше. Людина, яка не знает складу оливье. Запам'ятайте це обличчя. Колбаса варена. Сколько стоит такой салат? 59. Правильно, 59 гривен. Денис, прекрасно, що ви навіть деякі ціни знаєте. Але загалом, я розумію, що треба вам вчити. В такому талмуді орієнтуватися дуже важко. Ну що, давайте тоді я зроблю заказ. А у вас є комплексні обіди? Да, звичайно. Це суп, пюре з рибою, кулярі і салат з капусти. Скільки це стоїть? Коштує 69 гривень. От його я і закажу. Винесіть весь комплекс одразу і пригласіть шефа, який все це готує. Я зрозумію. І так. Открываем талмуд ресторана «Хуторок» в Железном порту. Блинчики без начинки – 20 гривен. А блинчики с сыром, например, вам обойдутся в 37 гривен. Салат из капусты – 27 гривен. Стейк из свинин за 100 граммов – 47 гривен. Семга, запеченная с овощами за 100 граммов – 130 гривен. С ценами тоже разобрались. Идем вымоем руки. А, все понятно. Это туалет верхней загрузки. Знаете, как самолет. И полетел налегке. Поехали. Толчок, или как его правильно назвать, затоптанный. Бачок сливает нормально. Ёршик. Супер, молодцы. Ёршик новый. Так, а туалетная бумага есть? Давайте посмотрим. Ну вот, опять серая туалетная бумага. А ты знав, что на Гавайях руками користувалися шкаралупами кокосу?
Коли туалетного паперу ще не було. Бідні люди! Ну, хоч десь поміняю сіру бумагу на білу. Оставлю гостя з Афіони. Держатель полотенец чистый. Есть бумажное полотенце для рук. Отлично. Ну что, вымоем руки снаружи. Горячая вода есть. Молодцы. В железном порту это редкость. А теперь к столу. Так, это мой комплексный обед. А вы сюда ставьте. Смачно. Спасибо. Продегустуємо разом із шефом. Шеф, присаживайтесь, пожалуйста. Иван, 15 лет начинать учиться, а в 19 уже стать шеф-поваром. Это так круто. Для жизненный опыт это очень хорошо всегда. Давайте сразу же по процессам. Смотрите, суп слишком жирный. Жир просто плавает наверху. Это видно, да. Так не должно быть. Это масло. Да, это масло. Фрикадельки приготовлены неаккуратно. Даже в бульоне она жестковатая. Дайте ложку, пожалуйста. Все происходит из-за того, что большой объем. Да, ну, при чем здесь объем? Спешка, сезон, я все понимаю. Жесткий? Да, жесткий. Картофель порезан неаккуратно. Я вижу, что разные формы. С супом мы разобрались. Фрикадельки жесткие, очень много жира. Мне не нравится. Пюрешка нежная, а такой сливочный вкус. Единственное, что мне не нравится, что есть комочки. Ну и героиня в этой тарелке – это рыба в кляре. Рыба переморожена. Попробуйте. Мне кажется, я просто перетомились. Да, и она уже рассыпалась просто. Я понимаю, что за 69 гривен ждать чего-то сверхъестественного не приходится. Но мне было невкусно. Я вас прекрасно понимаю. Мы будем справляться. Но это еще не все. Что еще? К вам есть одно дельце. Дельце. Идемте, я вам сейчас все расскажу. Вот наш тайный покупатель. Отлично. Леночка, здравствуй. И как дела? Мені порадили цей салат, який я замовила. Він називається Дереморя. Пройшло менше 10 хвилин, салат мені вже принесли. Дайте, пожалуйста, меню. Сейчас мы с вами, Иван, Ирина, проведем один эксперимент. Давайте еще раз я напомню, что мы сейчас с вами проводим эксперимент. Не вешают ли в хуторке, в железном порту. Наш тайный покупатель заказал салат «Дары моря» с выходом 250 граммов. Как вы думаете, в этом салате 250 граммов есть? Да, думаю, да. 100%. Оттариваем. Сто 150 граммов. Скажите, шеф, вы все блюда взвешиваете, когда вы даете в зал? Да, если нет сильного большого потока людей. Тобто 250 має бути, і ваша впевненість нікуди не поділась. 201 грамм. Кагурчик. І красная икра. …232 грамма. В железном порту, в хуторке обвешивают. Ой, нервов нет, зла тоже. Леночка, большое тебе спасибо. Мы оплатим и твой счет, и свой. Дякую. Счет моего тайного покупателя 211 гривен.
И мой счет за комплексный обед 69 гривен. Мой вердикт через секунду. Мы проверили хуторок в Железном порту. По отзывам, лучший ресторан в поселке. Время подвести итоги. Это наши ревизорские весы. Белый шар – ваши сильные стороны, черный – ваши проблемы. Итак, цены. За комплексный обед мы заплатили 69 гривен. Для курорта неплохо. Белый шар. Зал народный и нарядный. Но вы не учли главного – пожароопасности. Ваша крыша легко горит, а ваши гости рискуют. За зал черный шар. Обслуживание. Незнание огромного меню – проблема всех сезонных заведений. И я бы даже закрыл на это глаза. Потому что Денис расторопный и вежливый. Если бы не обвес. Черный шар. Кухня. Согласитесь, кухня чистотой не блещет. А ваши, как вы говорите, дорогие и качественные продукты вы храните неправильно. За кухню тоже черный шар. Дегустация. Иван, я пробовал то, зачем и приходят к вам ваши гости. Комплексный обед. Суп жирный, фрикадельки жесткие. Передержанная рыба просто превратилась в труху. Невкусно. За еду черный шар. Ну что, хуторок, я нес эту табличку вам, но оставить ее... Ну понятно, что не получается. Ревизор не рекомендует ресторан «Хуторок» в Железном порту. Вы имеете очень много недоработок. У вас хорошая стратегия. Украинскую кухню едят всегда. И поэтому я вам желаю подумать о том, что говорю я, исправить все ошибки и в следующий раз начать сезон с гордо поднятой головой. А пока до свидания. Успех вам. Спасибо. Наступний об'єкт ревізорської перевірки – лікувальний гейзер з термальними водами. Він розташований серед степу в 30 кілометрах від залізного порту. По розбитій дорозі в непогоду сюди добираються лише справжні екстремали. Команді ревізора з погодою пощастило, але ці 30 кілометрів вибоїн відчули сідниці кожного з команди. Фух, розтрясло. Дорога ужасна. Ревізор в степі. Це целебний гарячий гейзер. Якщо вірити інформації з сайту, вода тут насичена бором, бромом і йодом. І за своїми лікувальними властивостями не поступається водам Мертвого моря в Ізраїлі. Для відвідувачів цей гейзер – панацея чи не від усіх відомих хвороб. Але водночас і повна відсутність будь-якого сервісу. Он ужасен и прекрасен одновременно. Прекрасная вода, температура, насыщенность, целебность. Отвратительно, что грязные деревянные переодевалки, узкие помосты. Деньги берут, но чек не дают. Туалет за территорией. Грязно, противно, много народа, лягушатник одним словом. Уж не знаю, какие лечебные свойства имеет гейзер, но микробов там точно все виды собраны. Впечатление ужасное. Персонал грубоватый. Медпункт был закрыт. Душа нет. Туалет типа дачного, и он один. Два бассейна – это ямы, выкопанные в грунте, с деревянными лестницами. Идем со спецпроверкой. Здравствуйте. А где администрация? О, давайте знакомиться. Здравствуйте. Как вас зовут? Анатолий. Очень приятно. Меня зовут Николай. Очень приятно. Это команда «Ревизор». Скажите, пожалуйста, Анатолий, как происходит визит на гейзер? С чего все начинается? Со слова «добрый день».
Цей етап ми вже пройшли. Давайте по порядку тогда. Сколько стоит вход? 51 человек по час. Паркинг есть? Да. Сколько стоит паркинг? Это сюда все входит. Техника безопасности, вы объясняете? Да. Нахождение в воде 3 минуты с интервалом 5 минут. Максимум 5 минут в воде, 10 минут в воде. Сколько таких заходов можно сделать? Ну, вот максимум. Раз, 4-5. Это клиническое исследование или... Как человек себя ведет еще раз. То есть на глаза. Если я человеку сказал, но он так не сделает. Угу. Потому что он зашел, может находиться в воде 10 минут, 15 минут. Поймите правильно. То есть врача нет на территории? Доктор есть. Доктор есть. Он не наблюдает за каждым человеком, по свистку никто не выходит. Люди для себя сами ориентируются. Так, хорошо. И відповідають за власне здоров'я теж самі. Попробуем пройти. Расскажите мне, что это за две зоны? Бассейн. Это получается, с одной стороны вода чуть горячее, где она поступает. С другой стороны, где вытекает, на ухабане. Ага. Все понятно. Все. Вот разница между этим просто температура воды. Коли починаєте працювати, о котрій годині? 3 часа утра. С 5 часов утра? Потому что, поймите правильно, на улице 30 градусов температура, в бассейне 42. И кайф від таких температур не отримаєш. А до котрої працюєте? Когда клиент уедет? То есть до останнього, клиента, як ресторан. Да? Як в ресторані уж прямо. Так, ну что, понятно. Платим? Да, давайте платить. Вам платить. Да. Кто будет покупаться? Я. Я плачу вам 50 гривен. Вы мне даете билет. Да. Итак, смотрите, мне выдали билет, где указано число, время, фамилия и сумма оплаты. Что дальше? Раздеваемся. Есть такого плана пляжного раздевалочка. Вот видите. Зашел, разделся, взял свои вещи, положил, то наблюдайте за вещи. Заходите, купаетесь. А душова тут есть? Душовой нет у нас. Пресной воды у нас тут такой нет. А как же потом помыться? А вы грязны не будете. Ви будете слегка соленковаті. Вода не грязна. Вода не грязна. А на вигляд так і не скажеш. Що, йдемте посмотримо роздівалку. Так, роздівалка виглядає кустарно, збиті доски. На полу дуже старі доски, на них уже грибок. І голими ногами становиться на них неприятно. Та й небезпечно. Є крючочок. Їх навіть два. То есть, когда вы раздеваетесь, вы сможете повесить ваши вещи. Ой, а это что? Кто-то забыл свои трусики. Повешу на видном месте. Можливо, власник знайдеться. Идемте дальше. Есть вот такие столики, где можно просто посидеть, подумать и забыть еще одни трусики. На гейзері вже варто відкривати бюро знахідок. Люди добрі, не забувайте свої речі. Вони вам можуть ще пригодитися. Для наступних купань. Ой! Що там? На вот эти доски лучше не садиться, потому что я уже загнал занозу себе в одно место. Неочікувана виробнича травма. Лучше что-либо подстелить под мягкое место, целее будете. Йдемте дальше. О, написано. Увага, діставати грязь з дна басейну та користуватися нею заборонено. То вона тут на вагу золота. Адміністрація за збереження особистих речей на території басейну відповідальності не несе. З такою відповідальністю можна і без трусів лишитися. Не палити. Обережно. Слизько. І травмо небезпечно. Ідемте туди. Мостик вроді би не шатається. Мы лечимся и вылечиваемся. Супер! И вот нам вот так, да, ездили мы по курортам, там вот такие кучи денег, а здесь мы отдыхаем, лечимся и нам хорошо. А я позвати. А то, что вы грязь ищете, мы грязью лечимся, понимаете? Вот здесь грязь, вода грязь, она лечит. Вот в чем дело. Как вас зовут? Любовь Андреевна. Очень приятно. Скажите, как часто вы приезжаете в этот гейзер? Каждый год, раз в год. Я на палочке приезжаю, а без палочки уезжаю. Да ну ладно. Вот так. Справжнє диво. Откуда вы? Это уже коммерческая тайна, понимаете? Ну просто агент 007. Как зовут вас? Украина. Иван, очень приятно. Как вы часто сюда приезжаете? Первый раз. И как ощущения?
пока никак. Да, надеемся, надеемся. Дело в том, что говорят, что сначала может быть обострение, потому что тут все-таки состав воды соответствующий. Но люди, мы беседуем с ними, довольны, потому что потом это эффективно для них. А вот я просто очень хочу узнать, а кто говорит? Врачи, люди. Знакомый мой после аварии 3 раза ездил. И он довольный. И да. Что? Он говорит, что на год мне хватает, я поддерживаю свою. А есть какие-то показания врача? А врача не надо. Об этом мы у него не спрашивали. На ноги болеет. Приехала полгода, говорит, танцевал. Зачем, брат? Мы свои диагнозы я знаем. Здесь, потому лечимся, что врачи. 2 года я болею, и врачи мне ничем не могли помочь. Вот поэтому я приехала сюда. То есть вы хотите испытать, да? Здесь. Испытать судьбу. Да. Скажите, а вам не пора выходить? Потому что мне сказали, всего лишь 3 минуты нужно. Браво, Николай. Ревизор и его команда следит за вашим здоровьем. Выходить. Спасибо. 3 минуты прошло, все выходить. Через правую сторону виходимо. Але послухався тільки чоловік. Жіночки, здається, вважають, чим довше, тим краще. Кстати, а ви не пользовались масажем случайно? Ні, люди пользовались. Що говорять люди? Вроде нормально. Ну, йдемте, посмотрим. Релакснемо. Смотрите, масажный кабинет прямо на гейзере, где написано «Профессиональный лечебный массаж, предотвращение остеохондроза, улучшение осанки, сохранение здоровья, комфорт движения, избавление от боли». Слушайте, ну я хочу. Щепак. Так, я не понял, а где массаж? А где стол массажный? Не это ли он? Сподіваємось, що ні, бо хиткий і замалий. Есть кто живой? А в ответ... Только трусы, колыхающиеся на крючке. Дивна тенденция. Кто-то забыл свои трусики. Еще одни трусики. Ну что, массажиста нет, поэтому мы идем дальше. Я там видел медпункт, поговорим с врачом. О, двери відчинені. Здравствуйте. Не врубайтесь до дому, хлоп. Оце так гостинність. Как вас зовут? Очень приятно. Меня зовут Николай, это команда «Ревизор». Мы со спецпроверкой у вас здесь на целебном гейзере. Скажите, вы врач? Я фельдшер скорой помощи. Меня попросили здесь поработать 2 месяца. Пан Василь, расскажите, будь ласка, с чем до вас звертаются люди, которые приезжают? Из-за того, что пересиживают в воде. О, Господи. Сколько нужно времени находиться в воде? 3-5 минут, 5-7 на воздухе. Желательно 2 часа не смывать, вот и все. Скажите, а мне можно вообще в эту воду нырять? Я не могу вам сказать. А, так, вы же не лікар. Вы врач? Я фельдшер скорой помощи. А вы берете деньги за медицинское обслуживание? Нет, у нас все бесплатно. Пан Василь, можем роздивитися, как вы цей порядок? Что роздивитися? Это все моя сумка. А медичний арсенал у вас чималий. Это для чего? Даты и сроки хранения. Смотрите, есть? На каждой ампуле. До 19 года. А вот это коричневенькое для чего? Печёночная пулька. Угу. До 19 года. Ампулы в сроках. Таблетки давайте посмотрим. Сроки. До 20 года. Вот давайте посмотрим. До 21 года. Пан Василь, а если тепловой удар? Холодною водою збрижуть, да? Ага. По показаниям системы иногда ставить. Серьезно? Вы маєте крапельницю? Угу. А у вас все серьезно? Отлично. Может, давление еще померим? Тиск перевірити перед купанням у гейзері зайвим не буде. 160-95. А тиск у Тищенка підвищений. Ну, окунутися можна хоч на 2 хвилини? Можна, тільки не довго. Отлично. Десь, як не странно, давлення падає. Десь заходять із іскусними клапанами, із свіжими 2-3-місячними інфарктами, якось назад, після інсультників. Ну, якщо не пересіжує, то тут краще не чути. Дякуємо дуже за те, що все показали. Нема що показати. Скромненький фельдшер. Фух! Идем оздоравливаться. Давайте спросим у ребят, где лучше купаться. Здравствуйте, скажите, пожалуйста, а где лучше купаться? Потому что я здесь первый раз. А
почему там купаться нельзя? А тут температура 70. Новачки з незвички можуть і зваритись? Ми не бачили, щоб десь було написано. А, ну так ми просто їздимо сюди, знаєш. А дай тобі термометр, пожалуйста, я помірю. Оля, опа. О, Аня, зараз. А це, власне, і є гейзер, так? Это горячий целебный гейзер возле железного порта. Проверяем температуру. 59,2. Еще 40 градусов и будет кипяток. Ну, правда, не 70, как нам сказали отдыхающие. В общем, я туда, да? А еще уточню у доктора. Василий, мне туда. Всем новичкам туда. Идем. Час Миколі на собі випробувати ефект термальних вод. Держаться не совсем удобно. Пенька скользкая. Слушайте, горячо. Вот помните, когда вы простудились, и нужно прогревать ноги, и вы ставите ноги в тазик с горячей водой, ощущения точно такие же. Только в тазику водичка зазвичай чистіше. Вода желтого цвета, потому что в ней очень много йода, бора и брома. Тому и выглядит брудною. Смотрите, в углу собирается какой-то мусор, насекомые. Так, ми розуміємо, що це відкритий басейн просто посеред степу. І навряд чи хтось тут його чистить. Я зараз стою на дні, я чувствую таке, як би, ілісте дно. І от я розрив небольшой слой піска, примерно 2 сантиметра, а дно... Бетонне. Це бетонне, да? Бетон, бетон. Тому що от гравій на дні. А от там труба для слива води. Ага, от труба, смотрите. Вот труба. Будьте аккуратны, потому что она ржавая, и в ней вот такие вот провода. Отримати травму тут – раз плюнути. Живой? А у нас бум упал, тоже, видно, хочет оздоровиться. Та просто техника вже не витримує. Коль, якщо ти не хочеш потрапити до Василя в медпункт, то хутко з води. Все, виходим. Моє время пребування в істочнике вийшло. Як ти себе почуваєш? Ти знаєш, Аня, я от не испытываю каких-то особих чувств, потому что, кроме того, что моє тело стало красным, как после сауны, ну, может быть, какое-то небольшое головокружение. Це від температури, від того, що і нам зараз страшенно спекотно, плюс 30, і вода близько 40 плюс. Наверное, все-таки из-за этого, потому что, виходя из горячего источника, я, ти не повіриш, чувствую прохладу. Тоді зараз ми тобі принесемо рушник. Давайте я одену шорти, а потом ви мені будете нести все остальное. А то стою на всю страну в трусах. Ну що, полотенце принесли? О, спасибо. Коля? Я извиняюсь. А я вам рекомендую, переодевайтесь, потому что вот этот налет потом остается. Хотя бы вот тут. И красные, я красивые. Спасибо. Скажите, а вы знаете, где душ и туалет? Нет, я этого не знаю. А, знаете, как в том анекдоте? Товарищи, товарищи, извините. О, товарищи, ну, да, эх, товарищи, товарищи. Угу. Не, ну реально. Ну, когда нету туалета, ребята, ну, вы меня извините. А как думаете, туалет, в бассейн ну, ходить? Конечно, естественно. З особистого досвіду знаєте? Спасибо. Пильнуйте час, вже пора виходити. Так, ну що, а ми з вами пойдемо в душ і знайдемо туалет. Хочу сказати, вимою руки по привичці, но советують після йодистої бромової борової води не митися. Хорошо, потерпим. Та туалет спочатку знайти треба. Люди добрые, хто знає, де туалет? А де душ? Говорят, туда иди. Что вы говорите? Надо взять запасные тапочки в туалет и освежитель воздуха. Оце так застереження. Чтобы там можно было перебывать хотя бы 2 минуты. Там как в бассейне, тоже все лимитировано? Очень лимитировано, особенно по воздуху, по свежему. А что там не так с воздухом? Его там нету. То туди без портигаза ні-ні? Понятно, сейчас пойдем проверим. Хорошего отдыха. Хорошего настроения после туалета. Спасибо. Я уже даже начинаю переживать. По запаху пока не слышно. А, вижу. Вон він видніється вдалині посеред пустелі. Ой-ой. А вот и он, туалет в поле. Я вам напоминаю, мы приехали со специальной ревизией на гейзер, который находится недалеко от железного порта. Впереди самое сложное испытание. Испытание туалетом.
Фу, вонючка. Випробовування не для слабких духом? Вонь просто мерзкая, воняет фекаліями. Совершенно нет кислорода, дышать невозможно. Очень грязно. Люди были правы. Посмотрите, сколько комаров сразу же впились в меня. Аня, ну, спасай. Ну, я не могу там смердить. Нет, вы тут явно ничего не сможете сделать, потому что вас загрызут комары. Дайте перчатку. Ты злоздусь? А я вам напоминаю, мы недалеко от железного порта. Меня кусают комары, я дышу фекалиями. И это целебный горячий гейзер. А вот он, ёршик. Я шучу, это грязный веник, который стоит здесь, видимо, для того, чтобы сметать лужи и сбрасывать кучи. Або комарів ганяти. Да тут проверять нечего, тут вонище и грязище. И вряд ли это грязище целебное. Казалось бы, посидел в источнике, оздоровился, потом пришел в этот туалет и потерял последнее здоровье. Фу, идемте отсюда. Это была специальная ревизия целебного горячего гейзера. И свои впечатления я вам расскажу совсем скоро. Мы проверили горячий гейзер в 30 километрах от железного порта. Сюда едут исцеляться со всей Украины. Но добираться к источнику сложно. На подъезде сплошные колдобины. Да, возможно, в этих бассейнах вода и целебна. Но если вы едете сюда лечиться, будьте готовы к тому, что ни удобств, ни гигиены, ни душа здесь нет. А про туалет я вообще хочу забыть навсегда. Здорово, что на территории гейзера есть медпункт. Но после общения и с фельдшером, и с туристами у меня есть только одно впечатление. Тут каждый сам себе доктор. Верить в целебные силы гейзера – ваше право. Но тогда и ответственность за себя вы должны нести сами. А команда «Ревизора» желает вам крепчайшего здоровья. «Ревизор» на море, и мы в поселке Железный порт. Идем проверять гастробар «Хемінгуей». Кажуть, це один з найкращих закладів залізного порту. Очень крутое заведение, обслуживание отличное, вкусная кухня, заказы выносят очень быстро. Изюминка заведения – стена в цитатах из произведений Эрнеста Хемінгуея. На курортах такие стильные заведения встречаются редко. Цена отличная, выбор блюд и вкус тоже. Если вас каким-то ветром занесет в Железный порт, первым делом в Хемінгуей. Це місце можна назвати в якійсь мірі хіпстерським, сучасним, молодіжним. Ціни трохи вище за середні по набережній, але виправдані. Рекомендую. Тож оминути своєю увагою Хемінгуей команда «Ревізора» просто не могла. Здравствуйте. Здравствуйте. Я Николай Тищенко, это команда «Ревізор». Ми к вам з проверкой. Як настроєння? Смотри, не у всех есть шапочки, ребят. А что работаем без шапочек? Да не успели за пару. Да не уже. Может быть, вам выдать их? Если есть. Конечно. Дайте еще шапочки для всех. Тримай, трой. И суби, будь ласка. Это вам и вам. Усім добра и шапочек. Можно починати. Ребят, ну что, вся кухня? А здесь холодный цех, а здесь делают только салаты. Ага. А, вот, ну, фритюр, пивные закуски. Представьтесь, пожалуйста. Алина. А я Николай. Спасибо. Спасибо, спасибо, Алиночка. А где горячий цех? А горячий цех у нас в мутом ресторане. То есть у вас спаренная кухня на два ресторана, да? Понятно. А кто головный на этой кухне, скажите, пожалуйста? Здесь я главный. Как давно вы работаете? В профессии 7-й год. Давно уже не новачок. Кухню все это напоминает очень мало. Ну, не знаю. Ну, давайте попробуем провести на ней ревизию. Получается, вы работаете вот на таких индукционных плитах, которые разбросаны по всему
вернулся. К рабочему процессу? Ну, так в этом году решили попробовать. Одна лежит вот здесь, рядом с креветочками, пакетиками, какими-то кулечками, коробками с мятой, букетами из мяты. Это вам. От меня в подарок. Такий собі подарунок. Это только привезли. Скажите, вот-вот. А что это такое за хаос? Ну, нужно было быстро попасовать закуски, но точку закончились. Вот, поэтому не успели убрать товар. У нас сейчас один человек на выходном. Вот. И вы без него, как без рук. Вы вообще эту кухню убираете? Нет, мы эту кухню убираем. Как нас... часто? Ну, каждый вечер мы сдаем смену, мы протираем все стены, поверхности, все полочки, посуда, все перемывается, все моется. Кстати, этот зон чистый? Нет, он грязный. Вы ж вчера прибирали. А почему? Мы сейчас все исправим. Когда? Прямо сейчас? Сейчас я вижу. Что? Я все вижу. Это грязь и пыль. Очень грязно. Когда вы последний раз заглядывали в вытяжку? Заглядываю каждый день. Просто заглядаете? Что это? Это масло. Очень грязно и много жира. Мы видим. Держи руку. Поменяю. Не надо ничего менять. Мойте просто. Пусть оборудование находится в чистоте, а не в грязи. Хорошо, мы исправим. Хочется верить. Масло меняли? Журнал замены масла покажете? Ну, у нас пишут по контакту. О, ну, принаймні, у вас ведеться запис. А, ну, я веду, я контролирую. Очень хорошо, что вы следите за маслом. Вот наш анализатор качества масла. Сейчас мы проверим. У него есть три цвета. Зеленый цвет – это масло хорошее. Желтый цвет – это масло нужно вот-вот заменить. А красный… Это вообще непригодно. В яблочко. Волнуетесь? Угу. Растут показатели. Напружение. Взрастаем. Ну что, масло хорошее, молодцы. Тут не подкачали. А что у нас за гость? Здравствуйте. Здрасте, здрасте. О, отлично. А кто вы такие? Администратор Ирина. А мужчины эти сильные с вами? Владельцы, правильно я понимаю? Да, да. Одевайте халаты. Отлично. Шапочки и давайте к нам поговорим. Зачем мне шапочка? Вот скажите, зачем мне шапочки? Логично. Кстати. Можем дать халаты ребятам? Да, давайте, да, спасибо. А мы тем часом продолжим. Смотрите, оборудования здесь немного. Вот есть микроволновая печь. Она очень грязная, в пыли. Как и все на этой кухне. Как вас зовут? Виталий. Виталий, скажите, вот нужно ли остывать этому рису в миске не для горячих продуктов? Написано, таз для фруктов, да? Без крышки. Да, моя ошибка. Вот смотрите, чистый печат. Да. Вот провожу по полке. А? Грязная перчатка. Да, где-то грязь вся? Везде. Потому что у вас что на потолке? Идет ничего. Стройка. Ничего. Понимаете? Да, я понял. Но, честно говоря, мне не очень смешно. Вот уж бы и воно. Вот есть контейнеры с рисом. Контейнер новый. На нем есть стикер 13.06. Это сегодня. Да, но было написано 0,3. Видимо, ошибка. Но знаете, что главная ваша ошибка, то, что вы вообще поставили контейнер с рисом не в холодильник. Это не ставится в холодильник, потому что он будет распадаться, как продукция для суши. То есть рис находится сутки. За добу без холодильника він на отруту перетвориться. На следующий день он не утилизируется. Треба его варить частіше и меньше. У вас для этого должен быть рисоварка. Рисоварка. На данный момент, начало сезона, мы работаем над этим. Здравствуйте. Добрый вечер. Вы кто? Николай. Очень приятно. Я ваш тезка Николай. Так давайте идите к нам. Нужно? Да, ну я уже на то, что у вас нет шапочки, закрываю глаза. А вам точно не нужна. Давайте знакомитесь. Да, давайте. Очень да, приятно. Вы владелец, правильно? У вас теж сезонный заклад, так? Вы працюете лише влітку 3 місяці. До речі, чому ви назвали заклад Хемінгуей? Ви знаєте, Хемінгуей – это море, старики море. Хемінгуей – это алкоголь, потому что он любил алкоголь. Так, и вы видели в зале, что там есть много цитат из его произведений. Поки не бачили, ще побачимо, проскочили одразу на кухню. А вы Николай шеф-повар? Нет, я чисто по японской суши. А, вы сушист? Да. Скажите, вам удобно работать здесь сушистом? Да. Все условия вы считаете? Ну, если в условиях нет, то в процессе работы как бы не хватает. Посмотрите, что у вас сверху. Вот вытяжной зонт в грязи. Потолок. Ну, просто тяжело даже объяснить, что на потолке. Стройка. Стройка. Плитка побита везде. Ну, ребят, ну на стройке готовить суши.
Это плохо, так делать нельзя. А ви взагалі знали, що команда в місті? Узнав про це десь в обід. Молодці, що ви приїхали. Дуже добре. Я знаю, що багато закладів закрили взагалі. Біля 60% в залізному порті закрито сьогодні. А ви, значить, не злякливих. Так я, наоборот, приїхав для того, щоб допомогти вам з бізнесом. Ну, от, спасибо, що ми поэтому не закрились. Думаю, прийдете, поганяйте на мух, покажете, що у нас повний митий. І ми це все будемо справляти. І без нас ви цього не бачили. Так, що з доскою? Чисто? Ну, да. Чисто. Я вот смотрю, у вас здесь доски, на которых вы выдаете суши. Доставайте, проверим. Так, хаотично, доставайте. Я вам достаю все. Ну вот. Пятна. Грязные? Да. Их надо перемывать. Смотри, точно такая же проблема. Надо все перемывать. Полка чистая, на которой все стоит? Ну, утром протиралось, да. Чисто и видно, что протиралось. Час подивитись холодильники. Что внутри? Мясо отварное, рыба копченая. Стикера есть? Должны быть. Товарное соседство сохранили? Да. Ладно, смотрим, что здесь есть. Не густо. Смотрите, а ваш холодильник-то не работает. Он течет. Николай, мы заказали резиночки новые на двери. Отлично. И они едут. Поэтому вот есть смотрите. Момент, который... Но сезон-то уже начался. Да, начался. Вы работаете. Смотрите. Можно, пожалуйста, мы не пирометр? Давай есть? Просто открыем контейнер. Сейчас я покажу. На этом контейнере есть стикер 12.06. Куриное бедро. Меряем. Знаете, какая моя будто максимально? Плюс 6. Да, плюс 6. Правильно. А за фактом? Ну, температура тримається, навіть менше 6. Молодці. Але а куди ви поджарили кусочки, потім куди? У нас салат йде з овочами, грілі курить. Тобто це заготовка, так? Да? А тут що ховається? Стикер, от 13.06, овочі гріль, фольге дирки. Ця вода потім льється куди? Внутрі миску. Давайте я вилью її от сюди. В умывальник. Ну, понятно, от смотрите. На овочах вода, внутрі, видите? Да, овочи утопленцы. Храните качественный продукт правильно. Уважайте деньги ваших владельцев. Так, пошли дальше. Давайте вот полки еще посмотрим внутри. Чистые, протирали? Да, протирали. Проверим. Ржавчина. Ну, потому что конденсат. Что-то с этим нужно сделать. Вымыть заново. Вымыть. И покрасить. Все знаєте, але чомусь не робите. Холодильна кімната, перевіримо? Так. Да. Посмотримо, як ви храните продукти. Смотрите, молочка, з одної сторони, це правильно. Просрочки нет. От молоко беру перший попавшийся пакет. 20.05.18. Задата виробництва. А хранить можно не более 180 суток. Свежее. Правильно. Полка, на которой хранится молочка в пыли. Ну вот тут пыль откуда? Видишь, как? Самое так. Вы фильтр должны менять внутри. Смотрите. Ужас просто. Что это? Это пыль. Это грязь. Безалаберность. В первую очередь. Кепско. Зелень. Смотрите, опять. Герметично не запаковали. Она гниет. Халатность. Вадик, видите, да. Это все ваши деньги. Прахом идуть. Положите туда матрасик специально, чтобы влагу держать. И храните себе. В чем проблема? Что еще у вас здесь? Так, ну хоть супы хранятся на полке. Нормально, не на полу. Но опять же, крышек нет. Почему крышки нет? Не можем найти склад. Есть стикер 13.06. Окрошка. Дата сегодняшняя. Так, ищите крышку. Я не разрешу вам обратно поставить. Что хотите, то и делайте. Это бульон. Стикер. Да. Нет, стикер есть. 12.06 стикер есть. Но крышки нет. Пищевая пленка есть, но этого недостаточно. Срочно все исправить. Срочно. Спасибо большое. Так нет, что спасибо. Я только, чтобы вы процветали. Чем лучше и больше рестораторов спасибо. Вот вы спасибо. Будет
делать свою работу с любовью, тем больше мы поднимать будем наш статус украинской кулинарии не только в Европе, а и в мире. Согласен. А где хранится мясо и так, рыба? Это у вас рыба хранится, да? Это суши, да, суши-полка здесь они хранят теперь. Ну опять, ну раз это суши-полка? Это суши-убивалка. Ну как можно хранить? Смотрите, такой классный тунец, красивый розовый цвет, есть стикер, 13.00. Ну, непонятно. Это по-японски написано, Николай. Иероглиф. Но иероглиф японский. Посмотрите. Для суши. В пищевой пленке хранить нельзя. Да, да, согласен. Вадик, контейнер. Это само собой. Ну, хотя бы контейнер. И специальный отдельный холодильник для суши. Ну, жалко, это тунец дорогой, я просто знаю, сколько он стоит. Он должен быть безупречного качества. Ну ладно, все понятно. Крышек на кастрюле нет, зелень вянет, полки грязные, а молоко не просроченное. Прекрасно. Идемте. Уже хорошо. Але тішитись зарано. В принципе, с кухней мы закончили, все понятно. Идемте в зал. А, ну что, после этой кухни первым делом хочется вымыть руки. Скажите, пожалуйста, а где туалет? Спасибо большое. Заразом и на чистоту поглянем. В туалете подготовились. Пока мы там с вами были на кухне, тут кто-то уже тщательно вымыл пол. Следы замывали. Ой, хитруны. Ну ладно. Давайте зайдем в этот туалет. Подивимось, как тут прибрали. Знаете, что могу сказать? Туалет современный, интересный. Такой вот дизайнерский, красный, с черным. А унитаз чистый? Сиденье унитаза чистое. Под ним есть вот такие желтые пятна. Вот они везде. Вы убирали, убирали, да не дотерли. Внутри унитаза грязи нет. Сливной бачок унитаза работает плохо, но вот не хватает темперамента. Безхарактерный, але працює. Ведро есть, педаль сломана. Откроем рукой. Не гигиенично, але выбору немає. Пакет мусорный есть, но в нем полно бумаги. Ёршик. Вы просто посмотрите, какая красивая красная подставка. И какая подставка! Тава на ерши! Весь загиджений. Держатель туалетной бумаги чистый. И туалетная бумага есть. Ну что, туалет мыли-мыли специально перед нашей проверкой. Да, не доплили. Тщательнее нужно работать. Руки мыть. Смотрите, какие классные раковины, дизайнерские. В таком вот китайском стиле. А вот эти краники... Из моего глубокого детства. Я жил далеко не в Китае. И краники у меня были в детстве чистые, а эти грязные. Смешно спрашивать, есть ли горячая вода, потому что понятно, что горячей воды нет. Есть только одна холодная, и она брызжет, как душ Шарко. Корисний гидромассаж, але не в цьому випадку. Мыло есть. Кстати, это пенка. Я вымыл руки, а вентиль грязный. Салфетки есть? Салфетки закончились. Ладно, закрою перчаткой. Идем к столу. Ну что, давайте теперь сделаем заказ. Выберем столик. Скажите, пожалуйста, вы официант? Да. Как вас зовут? Назар. Назар, а где я могу присесть? У вас кабинный столик выбирайте. Вот этот столик можно? Отлично. О, посижу на жердочке. Такой... Барный стол, да? Здравствуйте. Скажите, меню вы знаете? Да. Давно работаете? Цілком, да. Я сам зі Львова працював вже. Купальні кави львівські, десь більше півроку. А тут тиждень часу, півтора. Тобто приїхали побомбити? Побомбити, почати працювати. Понятно. Ви це меню изучали? Так, що. У вас його приймали знання? Ще не встигли. Завтра має бути зранку у мене курс. О, тоді потренуємось. Салати давайте пройдемо. Салаты из сезонных овощей. С каким соусом?
песто. В яблочко. Сколько стоит? Еще не выучил цену. Хорошо, ладно, закрываем глаза. По Японии пройдемся. Ой, слушайте, на это такое еще надо. Там еще. Кажу правду на икле. Не встиг выучить еще японского, японский меню. Вообще ни одного названия? Нет, я шум, знаю, слушай, ну, тобто... Ну, вот хотя бы вот красный дракон. А что в него входит? Вот такой. Выключили светло? Вырубило электричество. Музыка, бары, холодильники. Все отключилось одновременно. Скажите, будь ласка, у вас часто таке відбувається? Світло так буває при монтажі. А як часто? За тиждень ще такого не було, але з минулого року так було. Щоб гості йдуть, не розраховувати? Ні, встигаємо всіх розрахувати, звичайно. То, може, зараз варто попильнувати гостей, які можуть піти і не розраховувати? Я зайнятий гостей. Прекрасно. Тоді до замовлення. Я закажу красний дракон. Гаразд. З напоїв щось бажаєте, можливо? Воду без газу. Це все гаразд? Да. Как быстро приготовите ролл? Ролл? А, сейчас как они его приготовят? Светла ж немає. Типа уточню, я вас кондитором скажу. Давайте. Раз, давайте. Они вообще потребны? Да. Добрый. Пока наш официант Назар пошел узнавать, выполнит ли кухня мой заказ, я вам немного расскажу о ценах. В гастробаре Хемингуэй в разделе рыба и мясо бычки, жареные с соусом айоли, 70 гривен. А вот говяжий стейк по-карибски 195 гривен. Окрошка, три вида мяса, 70 гривен. Также есть пицца маргарита, 85 гривен. И средиземноморская пицца, и она самая дорогая, 160 гривен. А ось и Назар повернулся. Суши приготовится протягом 15 хвилин. Пробачьте, будь ласка, а як їх будуть готувати? У нас є настольна лампочка, приготують їх так. Суші ж не потрібно ніяких забезпечень. Ну так. Оце так сервіс. Клас, дякуємо. Вадим, можно вас на минутку? Скажите, а часто так вырубают свет? Я тоже. Вы же честно набережной, по всей набережной нет света. Притом у нас есть резервное еще питание, оно тоже обесточено. Но это бывает 3-4 раза в сезон. На наших камерах світло достатньо. Так, я бачу. Мы, в принципе, все сможем побачити. Я прямо при вас проверю чистоту своего стола. Поверхность стола. Немножко есть. С ветром, да. И с моря бывает дует бриз, и от песка заходит бывает легкий. Но все равно нужно протирать. И поки Тещенко проводит ревизию только при світлі камер, на кухне в не менш романтичній атмосфері кухарі готують його замовлення. Под столом нет ли жвачек? Давайте посмотрим. Давайте посмотрим. Да, тоже интересно. Смотрите. Я не вижу. Жуйок немає, а от пліснява є. Знаете, почему темное? Потому что хранится это все здесь в Хемингуэе, и как он здесь вкладывает, зимой очень мало. Агрессивная среда соленая, которая зимует с моря. Нельзя работать с деревом возле моря. Это пластик. А диван чистый? Да, и перед сезоном их обновляют, чистят, пылесосят, это обязательно условие. Повреждений нет? Повреждений нет, пропалов тоже нет. А вот в труднодоступных местах нет? Ну, давайте проверим. Есть. Ой. Нашов все. І не хотів, напевно, але знайшов. Нічого від Тищенка не приховаєш. На всій набережній, по всьому железному порту нет света. Но ми сейчас з помощью наших камер все-таки попробуємо розглядеть інтер'єр Хемінгуея. Это нижний зал. Інтер'єр виповнен в такому вот стилі. Лофт. Сегодня это модный стиль. Просто, дешево и симпатично. Все стены в крылатых выражениях автора. Почему мы должны жить по общим правилам? Мы – это мы. Старик и море. Эрнест Хемингуэй. Так, а вот и готово наше блюдо. Давайте будем пробовать. Вы могли бы позвать повара, который его приготовил? Николая. Пожалуйста. Спасибо. А сушеф не забарився. Николай. Да. Подал в такой тарелке, потому что вы на деревянную тарелочку сделали внимание. Кстати, мне вот эта подача очень нравится. Мне нравится, как вы выложили ролл на тарелке. Нравится сама тарелка, ее форма, ее цвет. Мне кажется, очень гармонично. Да будет цвет! Вернемся к дегустации. А. Хочу вам напомнить, что суши готовили в темноте. Это было сделать очень сложно. И поэтому я первое, на что обращаю внимание, это на грамотный, правильный надрез. Каждый ролл одинаковый.
Здесь может быть минус в том, что рис немного прохладный. Потому что я обычно перед подачей рис грею, как не было света, я его не смог погреть просто. Поэтому он немного не той температуры, которая должна быть изначально. Давайте дегустировать. Я добавляю всегда васаби. Васаби у вас хорошего качества, он не подсох. Это хорошо, мне нравится. Рис должен быть даже не так, как теплый, он должен быть нежный. И в то же время не разваренный и не сухой. Японцы очень немножко макают. Рыбой макают, насколько я знаю. Да, макают рыбой, но я же хочу попробовать вкус рыбы. Плюс, смотрите, вы в роли добавили... Майонез. Какой это майонез? Ну, сколько вроде наш. Не японский. И соевый майонез? Признаюсь, это не соевый майонез. Да, в меню не написано, что это японский майонез. Как бы люди не могут. Мы же профессионалы, и мы должны добавлять соевый майонез. Ну, согласен. Попробуйте. Смотрите, рис вяжет, он переварен. Я уже не буду говорить о том, что ломтик рыбы очень тонкий. Можно все-таки давать чуть толще. Вот кусочек рыбы возьмите. Из-за неправильного хранения рыба начинает горчить. У лососевых пород есть такая особенность. Если хоть чуть-чуть неправильно храните или резко разморозили, начинает появляться горечь. Да. Чувствуете? Да, правильно разморозили, согласен. Спасибо вам, что помогли мне в дегустации. Мне презентация понравилась, но мне не вкусно. Я понял. Спасибо. Еще не все. Вадим, вы есть? Да. У меня есть тайный покупатель в зале, который заказал блюдо. Да. И мы сейчас с вами его взвесим. Давайте. И проверим, обвешивают или давай. Нет. Очень важно. Хемингуэй. Так. Кто наш тайный покупатель? Я думаю, что кто-то. Леночка, расскажи, как тебя обслуживали? Обслуговували мене прекрасно. Офіціант була дуже уважною. Я замовила салат з морепродуктами. Дайте, пожалуйста, меню. І я би хотів, щоб ви пригласили Аліну, повара. А ми поки знайдемо цей салат. Салат з морепродуктами стоїть 125 гривень, а вихід у нього 250 грамів. Аліночка, ви взвешуєте блюдо, яке виносите в зал. В готовом виде не всегда, потому что есть теплые салаты, да, то есть их нужно сразу выложить, сразу вынести в зал. А так, когда мы нарезаем, подготавливаем овощи, конечно, мы все взвешиваем. Проверим. 250 граммов по меню. 41 грамм. 105 граммов. 127. 166 граммов. Не хватает 84 грамма. А це 30%. В Хемінгуеї обвешивают. Нам очень жаль. Да. Леночка, большое спасибо за помощь. Мы твой счет оплатим. Можно, пожалуйста, мне мой счет и моего тайного покупателя? Спасибо. Счет моего тайного покупателя 235 гривен, а мой счет за красный дракон и минеральную воду без газа 190 гривен. И час расплаты настал. Пожалуйста, без сдачи. Спасибо. Эмоции переполняют. И мой вердикт Хемингуэй узнает через секунду. Гастробар Хемингуэй в Железном порту пережил проверку. Частично даже в темноте. Мне остается пролить свет на наше решение. Это ревизорские весы. А это ваши минусы и плюсы. Зал. Несмотря на отключение света, мы смогли рассмотреть креативный и модный интерьер. У вас не скучно. Белый шар. Кухня. Порадовало только масло во фритюре. Оно свежее. На этом плюсы вашей кухни закончились. Одним словом могу сказать.
бардак. За кухню черный шар. Цены. За ролл «Красный дракон» и воду мы заплатили 190 гривен. Цены курортные, но мы уже понемногу привыкаем. Белый шар. Обслуживание. Мне приготовили заказ в темноте. При выключенном во всем поселке свете. Круто! Но сразу после вы грубо обесили моего тайного покупателя. И это серьезно. За сервис черный шар. Дегустация. Николай, ваш красный дракон удивил. Мне было невкусно. Зайду в черный шар. Вадим и весь Хемингуэй. У вас атмосферно. Спасибо. Я уважаю творчество и творческих людей. Но если вы взялись кормить гостей и брать за это деньги, то ни кухня, ни обслуживание не могут быть аматорскими. До таблички вы, увы, не дотягиваете. Ревизор не рекомендует гастробар Хемингуэй в железном порту. Смотрите, ребят, вот как владелец владельцу, у вас очень крутая концепция. Мне это очень нравится. И я понимаю, что вы очень творческий человек и подобрали такую же творческую команду. У вас хороший повар, но дайте ему возможность творить. То, что вы сегодня называете кухней, я назвать это место кухней не могу. Ну, просто не имею права. Есть над чем работать. Я желаю вам процветания. Я желаю, чтобы вы подошли к своей работе серьезно. Спасибо. До свидания.